проинформировать, что вчера своим распоряжением созвал неочередное заседание. И хочу представить нашего нового коллегу Чужая Бембя Сергеевича, который по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации указом главы Республики Калмыкия от 15 февраля сего года номер 15 назначен членом избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса. В связи с чем наша комиссия сейчас сформирована в полном составе, 12 человек. На нашем заседании сегодня сколько присутствует у нас? 11 человек. Сергеевич отсутствует, да? Да. Тогда, значит, 11 человек присутствует, кворум необходим имеется, и комиссия правомочна начать свою работу. Какие будут предложения у членов комиссии? А, пожалуйста, поясните, кто еще присутствует у нас в помещении избирательной комиссии? В помещении избирательной комиссии? А мы сейчас это, когда начнем работать? Нет, помимо членов, нет, перед, давайте? Давайте определимся. У нас есть регламент, поэтому давайте определимся. Кто еще? Все представьте. По закону и по регламенту, принципе, у нас имеет все... право присутствовать определенный круг лиц. У нас на заседании комиссии Республики Калмыкия. Ну хорошо. В данном случае сейчас участвую в заседании, приглашен от руководства республики, глава администрации Республики Калмыкия Беликов Чингиз Николаевич. А на основании чего он присутствует здесь? На основании того, что я его пригласил. В соответствии с законом? Ну, поясните. Норму делайте мне закон, объясните. Вот у меня регламент есть, я знаю. Объясните норму, придите мне, выведите закон. Чтобы мне быть голословным. По приглашению могут присутствовать у нас как представители органов местного самоуправления, представители могут присутствовать на заседании депутаты, могут присутствовать представители администрации, соответственно, органов власти. Ну, назовите норму. Вот, уважаемые коллеги, по федеральному законодательству, по закону Республики Калмыкия, об избирательных комиссиях Республики Калмыкия, могут присутствовать только определенный круг лиц. То есть члены комиссии, работники аппарата, могут присутствовать те лица, чья заинтересованность в рассматриваемом вопросе усматривается. То есть, допустим, заявители жалобы. Да? У нас по регламенту избирательной комиссии Республики Калмыкия установлено, что могут присутствовать представители государственных органов, муниципальных органов по приглашению избирательной комиссии. Но не председателя избирательной комиссии, а тем более уже исполняющего обязанности председателя избирательной комиссии. Оксана Сергеевна, поясню вам. Дело в том, что Бембя Сергеевич, то, что я вам представил сегодня, наш новый коллега, назначен указом главы. По Бембе Сергеевичу у меня нет вопросов, я по другим говорю. Так как администрацию представляет Чингиз Николаевич, я посчитал уместным его здесь присутствие. Ну, его присутствие здесь незаконно. Кандидатуру Чужаева Бембе Сергеевича Центральной избирательной комиссии, опережая события, скажу, что представила на должность председателя. А при чем здесь администрация главы Республики Калмыкия? В связи с тем, что он назначен указом администрации. Назначен членом комиссии, но не представлен на должность председателя избирательной комиссии. А что смущает? А кто имеет отношение к вопросу о рассмотрении кандидатуры на должность председателя избирательной комиссии? Администрация главы Республики Калмыкия. Да, слушаем. Коллеги, извините, пожалуйста. Очень сложно со временем. График так достаточно напряженный. Если дебаты продолжается, то мы тогда отключимся на какое-то время, как только вы закончите. Но напомню, 67-й ФЗ, откройте его, почитайте. Все заседания всех комиссий, всех уровней проходятся в публичном, открытом виде. Никаких ограничений по присутствию не предусмотрено. Если вы считаете, что чье-то присутствие в зале неуместным, я предлагаю вам, имея такое право тоже присутствовать на ваших заседаниях, так же как сотрудники аппарата Центральной избирательной комиссии, могу вам предложить: проголосуйте, кто за то, чтобы отказать кому-то в присутствии. И все, и на этом дебаты закончатся. Ну вот так вопрос по порядку. Мы тратим время и ваше, и наше на дебаты, которые в данном случае, на мой взгляд, крайне неуместны. Действительно, Батур Владимирович напомнил, что Бембе Сергеевич введен в состав комиссии указом главы республики. И в этом ничего страшного, неуместного не видим. У нас вот сейчас в зале нашем здесь присутствует член Центральной избирательной комиссии Антон Игоревич, член Центральной избирательной комиссии Евгений Александрович, аппарат в составе 6 человек присутствует, Елена Викторовна, руководитель правового управления.
руководитель управления профильного. Если мы сейчас начнем разбираться в букву закона о правомочности присутствия каждого, то я тоже вынужден встать и уйти. Меня сегодня на заседании вашей Центральной избирательной комиссии в формате дистанционном никто не приглашал. Давайте мы все-таки подходите по букве закона. Мы имеем право, любой гражданин Российской Федерации, присутствовать на любом заседании любой избирательной комиссии. Ни одно заседание не является закрытым. И мы проводим все свои заседания в формате трансляции в интернет. Поэтому я не понимаю, в чем дискуссия. Закончили? Позвольте, позвольте, я сейчас скажу, да? Я поясню, да, свое замечание, скажем так, свою ремарку. Уважаемые члены избирательной комиссии, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, никоим образом здесь не предпринимается попытка какую-то там провокацию устроить, может быть, если кому-то так показалось. Я исхожу из практики. Не только из закона, но и из практики проведения заседаний избирательной комиссии Республики Калмыкия. Думаю, есть у нас и запись в аппарате, да, избирательной комиссии Республики Калмыкия. На предыдущих выборах органов муниципальной власти в Республике Калмыкия лично я присутствовала в заседании избирательной комиссии, при этом имея полномочия как представитель заявителя жалобы, и меня отсюда просто буквально выгнали, вызвали полицию. Почему сейчас присутствует представитель администрации главы Республики Калмыкия, при этом нам его представляют только лишь с нашей подачи, с нашего вопроса. Почему я не понимаю его присутствия. Никто не имеет претензий к Чужаеву как к члену избирательной комиссии. Мы не отрицаем, что он был представлен главой Республики Калмыкия, назначен именно на должность члена избирательной комиссии. Сейчас мы рассматриваем вопрос по избранию его на должность председателя избирательной комиссии. И тогда поясните мне, какое имеет отношение администрации главы Республики Калмыкия к вопросу о назначении члена комиссии на должность председателя избирательной комиссии? Законодательство это предусматривает? Я, к сожалению, не знаю, вы обращаетесь ко мне. Не знаю, и, нет, я просто я закончу. Вот еще одна ремарка к членам Центральной избирательной комиссии и к их присутствию на заседаниях избирательной комиссии субъекта. Вопросов нет, потому что закон это прямо предусматривает. В отношении иных лиц закон и регламент наш избирательной комиссии Республики Калмыкия, который был утвержден на ее заседании, гласит, что члены государственных органов, вернее, представители государственных органов могут присутствовать только с решения избирательной комиссии. И поэтому я и задала вопрос, потому что уже изначально нарушается порядок. Вот вы правильно заметили, нужно на голосование было вынести, да? То есть проявить как минимум уважение к членам комиссии, а не ставить их перед фактом, что если лицо является представителем высшего должностного лица Республики Калмыкия, то он имеет право молча здесь сидеть? Оксана Сергеевна, можно? Да? Перебью вас. Вообще-то ведет заседание. Да. Оксана Сергеевна, спасибо, мы выслушали вас, да? Но дело в том, что хочу еще добавить к тому, что у нас сегодня очень необычное заседание. Согласитесь, у нас участвуют члены вышестоящей комиссии, члены Центральной избирательной комиссии, даже в лице заместителя председателя избирательной комиссии. Естественно, не только мы, члены комиссии, должны принимать участие, но я посчитал, по крайней мере, я, как исполняющий обязанности председателя, что со стороны органов госвласти республики тоже необходимость в этом, в качестве приглашенного участвовать в этом заседании, есть необходимость. Необходимость какая, может быть, в связи с этим, давайте не будем базар проводить. Давайте вы голосованием, вы все время перекрываете все вопросы, это понятно, у вас большинство. Но тогда хотя бы не лишайте нас возможности услышать объяснение необходимости. Ну, я вам объяснил, как... Вы сказали просто, необходимость усмотрел. В чем необходимость? Поясните нам еще продолжение. Сказали, говорите, Б. Принимая во внимание важность сегодняшнего заседания в связи с участием членов Центральной избирательной комиссии. Члены ЦИК могут на любом заседании принимать участие. Здесь комиссии, не имеет значения. Принимая во внимание это, мы посчитали необходимым, что обязательно участие в этом заседании представителей органов госвласти. Но этот круг определяет согласно
Это вы председатель, кто назначает распоряжение. Давайте ставим тогда вопрос на голосование. Нет, нет, вы дадите, сначала мы должны высказаться, а потом по регламенту. Не, ну вы Николай Иванович... Не, подождите, Эрнель Анатольевич, вы сначала какое-то предложение, вопрос поднимите. Вы не дайте высказаться, я член комиссии, складывающая голоса. Ладно, хорошо, давайте тогда регламент соблюдать, чтобы не затягивать, не было делом то, что... Николай Иванович, мы, конечно, извиняемся, что забираем ваше время, но здесь немножко важный. Вопрос очень важен, вопрос непростой, и я вам хочу сказать, что ваше участие мы приветствуем, и мы с пониманием, потому что именно Центральная избирательная комиссия представила кандидатуру Бембиса Сергеевича для рассмотрения на должность председателя. Что касается других лиц, а именно вот Чингиза Николаевича, руководителя администрации, я считаю, что члены комиссии сами правомочны и способны решать вопросы назначения и избрания своего коллеги. Тем более представлять будете его вы. Тем более вы будете, Николай Иванович, будете представлять его. Это ваше официальное решение ЦИКа, поэтому... оказывать нам в такой момент очень ответственный для избирательной комиссии субъект Российской Федерации, оказывать такое дополнительное давление на всех членов комиссии своим присутствием, я считаю, это неуместно и неправильно. Поэтому мы сами взрослые люди, мы очень умеем читать документы, мы знаем, что и как, у нас большой опыт работы, мы проводили десятки заседаний. Поэтому, Николай Иванович, при всем уважении, все-таки у нас есть своя точка зрения, которую мы сейчас выражаем, и мы хотим, чтобы вы тоже, что должны участвовать члены комиссии и работники аппарата, так, как было всегда, и год назад, и полгода назад, и 3 года назад. Поэтому вот я просто хочу поддержать свою коллегу. Я думаю, что вы говорите, наверное, там, в этих словах есть какая-то истина. Но бывают ситуации, при которых есть негласные, неписанные нормы, приличия и так далее. Ну, приведу пример. Мы недавно рассматривали включение в состав избирательной комиссии вашего региона не только Бориса Сергеевича кандидатуру, но и другую кандидатуру, представленную в партии. По закону право назначения перешло к нам. Я вам так скажу, что документы, представленные региональным отделением данной партии, были не совсем корректными. И мы могли встать в позу и сказать, что в этом документе запятая неправильно поставлена, не так сформулировано предложение. И, по сути дела, превратить рассмотрение вопроса в фарс. И отказать региональному отделению в праве представить свою кандидатуру. И отклонить. И дальше читайте закон, что за этим может последовать. Мы не стали этого делать. Мы не вынесли в публичное поле ни одного разговора. Мы написали письмо в региональное отделение партии. И его можно поднять и посмотреть по нашим замечаниям. Сейчас вы превращаете в фарс начало, как сами говорите, очень важного заседания избирательной комиссии республики. Вы начинаете рассуждать по вопросу, по которому я впервые за 5 лет работы в Центральной избирательной комиссии слышу, что такую тему можно поднимать. В присутствии коллег из законодательного собрания, от исполнительного органа власти, от прокуратуры и от других органов всегда было нормальным явлением, и никто никогда не рассматривал это как некое давление. Человек не сказал ни одного слова. И не знаю, будет ли выступать вообще. Самое простое предложение было, если такое неоднозначное толкование закона, вынести этот вопрос на голосование и спокойно проголосовать. Но, видимо, спокойного голосования мало. Нужно устроить вот такую полемику на пустом месте. Я никого не хочу обидеть. Но еще раз вам говорю, не тратьте ни наше, ни свое время. Вынести вопрос на голосование, если кто-то считает. Я считаю, что это неправомерное голосование будет. Но вы считаете, нужно выразить коллегиальным органам? Выносите. Ну, зачем сейчас вот устраивать такую длинную дискуссию? Поставьте на голосование. Я прошу поставить на голосование, спокойно проголосовать и продолжить заседание в штатном режиме. Позвольте ремарку, потому что сейчас были высказаны определенные изречения в мой адрес по поводу моего назначения, я так понимаю. Я при всем, конечно же, уважении, объективном уважении, не субъективном,
Моя кандидатура была представлена в соответствии со всеми нормами закона партии КПРФ. Были представлены все документы. Часть из них, к сожалению, не была главой Республики Калмыкия. Не то, что он не принял решение в срок, установленный законом, о моем назначении, но он еще и не передал все документы, которые ему были представлены. Доказательства этому имеются, и эти документы прошли через судебное заседание. Сейчас будет еще апелляция рассматривать это дело. Вот. И письмо из Центральной избирательной комиссии партия тоже получила. И так же, как и партия ответила на это письмо, ответила, что все документы составлены в полном соответствии с законом. Если мы говорим о том, что давайте не будем вспоминать то и другое, к сожалению, я сказала вначале, что практика работы избирательной комиссии Республики Калмыкия, к сожалению, вот такая вот. Может быть, ЦИК об этом не уведомлен и сейчас это увидел, но мы хотим вам сказать, что этот фарс начался не нами и не сейчас, а начался он задолго до этого и продолжался все время, периодически и регулярно. И это неуважение проявлялось к членам избирательной комиссии, якобы настроенным оппозиционно к большинству, к сожалению, не ими. И этот вопрос имеет, конечно, глубоко этот вопрос засел здесь. И сейчас вменять его нам в вину только лишь потому, что мы допустили там какое-то вроде бы неуважительное отношение, отстаивая при этом свои права, я считаю неуместно. И тем более вспоминать процедуру назначения, предыдущую процедуру назначения члена избирательной комиссии. Если председатель, исполняющий обязанности председателя избирательной комиссии, к сожалению, не знает полномочия свои и не знает по регламенту, что нужно тогда выносить вопрос на рассмотрение избирательной комиссии, а не говорить, я считаю, извините, в наглую, пусть это слово и некорректно немножко, но в наглую ставить нас перед фактом о том, что вот присутствует человек, при этом он даже его не представляет. То есть они даже этим поступком говорят нам о том, что вы его сами должны знать. Разве это уважительно к членам избирательной комиссии? И, естественно, будет от нас такая реакция. Мы выслушали вас. Нет, все, у меня больше нет замечаний. Давайте начнем заседание. То, что необходимо, необходимо участие, это мы не обсуждаем. Но вы связываете необходимость участия Кирилла Николаевича и связываете перед этим ЦИК. Ну, это разные вещи, вы извините, пожалуйста. Там это разные вещи. Давайте объективно. Поэтому давайте обоснуйте еще раз отдельно необходимость присутствия здесь Кирилла Николаевича. Нет, давайте начнем заседание. Я поставлю этот вопрос на голосование. Вы скажете, что необходимо участие. Обоснуйте нам на камеру, обоснуйте. Можно? Батя Владимирович. Можно? Уважаемые коллеги, в соответствии со статьей 28 регламента избирательной комиссии, на заседании могут присутствовать члены других избирательных комиссий, представители государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий и так далее. Значит, что касается, Батыр Владимирович сказал, что пригласил руководителя администрации главы, мы знаем, что в соответствии с регламентом, значит, он сейчас, как исполняющий обязанности председателя, представляет комиссию во взаимоотношениях с органами государственной власти, и он выступает от имени комиссии в этом случае, и поэтому он пригласил члена комиссии. В каких взаимоотношениях сейчас, в данном сейчас, случае? Сейчас мы заседание даже не начали, мы еще не начали заседание. Да. Батыр Владимирович не успел еще представить всех, кто у нас присутствует, участников, кто присутствует на заседании. Вы, значит... Ну почему же? Он к повестке уже перешел. Еще раз говорю. Он хотел перейти к повестке. И мы поэтому же... Нет. Батыр Владимирович, можно мне сказать до конца? Да, пожалуйста. Значит, Батыр Владимирович сказал, что присутствует из 12 членов комиссии 11, что комиссия правомочна начать свою работу. И спросил, каковы у вас будут предложения. Значит, предложения, как всегда мы ведем заседание, предложение начать заседание. Затем мы переходим уже к представлению, кто присутствует на заседании. Мы еще даже не начали заседание. Вы устраиваете здесь вот, скажем так... Пусть Батыр Владимирович ведет заседание. Кто же ему запрещал такое сказать? Вы что, ему вы же перебиваете сами. Вы все записали, у вас все есть. Наталья Дмитриевна, вы помните то заседание, когда вы просто меня обманули и сказали, мы заголосовали еще? Ну что вы сейчас лицемерите? Да, немного, давайте, Владимир Андреевич. Уважаемые коллеги, вот снимаем минут, недолго.
Значит, прошу, значит, порядке реплики. Определение начала заседания комиссии, да, значит, построить наше общение здесь в стенах избиркома, значит, конструктивной форме. Значит, дать всем высказаться. Не, значит, чтобы мы изложили свои доводы. Не обременять, значит, временем, значит, вот галопом по Европам проскочили, потому что сегодня это выдвижение, это юридически значимое действие. Да? Поэтому я расцениваю присутствие, ну, значит, представителя администрации здесь как своеобразное давление на выбор. Да, правильно он сказал, мой коллега Бадмаев. Поэтому дайте, пожалуйста, потому что у нас в практике галопом по Европам проскочили, за 5 минут все решили и разбежались. А это судьбоносное возможно, значит. Владимир Андреевич, у вас все, да? Да, потому что человек будет возглавлять определенный период, значит, в преддверии выборов в Государственную Думу. Да, значит, Владимир Андреевич, я извиняюсь, вас перебиваю. Ставлю тогда вопрос еще раз на голосование. Кто за то, чтобы открыть данное сегодняшнее заседание? Ставлю вопрос на голосование. Кто за? Против? Кто воздержался? Двое воздержавшихся, да, получается? Два воздержался, один воздержался. Я против. А кто у нас объявляет итоги голосования? Итоги голосования кто объявляет? Я веду протокол в соответствии с регламентом, голоса объявляет председатель. Так написано в регламенте. Ну вот итак, просто здесь член, Оксана Сергеевна, член комиссии объявляет голоса, поэтому я вам делаю замечание, кто объявляет. Почему член комиссии это делает, а не председатель или секретарь, я не пойму. Не понял вопроса вашего. Можно? Да. Можно мне? Значит, уважаемые коллеги. Мы проголосовали. Давайте результаты голосования. Давайте. Отдельный регламент, потом к Оксане Сергеевне нужно будет сесть и изучить. Не надо мне говорить, что мне изучать. Да. Вы свои полномочия исполняете? Можно? Да, слушаю. Заседание ведет председатель комиссии. Выступают все по разрешению председателя комиссии. Если слово вам не давали, то давайте, пожалуйста, соблюдать регламент. То есть не надо превращать в базар. По регламенту, четко по регламенту. Итак, у нас идет голосование, мы проголосовали. Батыр Владимирович, за сколько? Так, один против, один за, значит, 10 человек за? Нет. Ой, 9 человек за, один воздержался, один против. Как? Вы же сказали, два воздержался. Я против. А вы против, значит, два против. Значит, давайте, чтобы не гадать ничего, проведем еще раз голосование. Кто за то, чтобы открыть заседание? Кто за то, чтобы открыть заседание? Прошу голосовать. Кто за? Против? Один. Два, да? И воздержались? Один. Таким образом, решение принято. За 8, против 2 и воздержался 1. Заседание считаю открытым. Итак, теперь в заседании комиссии принимает участие, как я сказал, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Булаев Николай Иванович. В режиме дистанционном, в режиме ВКС, как вы видите, да, на экране у нас. Лопатин Антон Игоревич, член Центральной избирательной комиссии с правом решающего голоса. И Шевченко Евгений Александрович, член Центральной избирательной комиссии с правом решающего голоса. А также начальник управления по работе с территориями аппарата избирательной комиссии Орловская Елена Викторовна. А также иные работники аппарата ЦИК. Также по моему приглашению в нашем заседании присутствует Беликов Чингис Николаевич, руководитель администрации главы Республики Калмыкия. Слово для приветствия предоставляется Булаеву Николаю Ивановичу. Булаев Николай Иванович, вам слово. Уже непосредственно по нашему заседанию. Спасибо. Но я уже много так наговорил. Мне кажется, слово вступительное будет излишним. Я просто хотел бы сказать, что на самом деле это непростое заседание избирательной комиссии региона. Да, избрание председателя всегда является важным событием. Оно или делит комиссии, или объединяет. И мы понимаем, что в преддверии той большой избирательной кампании, которую нам предстоит проводить, конечно, хотелось бы консолидации внутри избирательной комиссии и понимать, что в этой кампании все присутствующие за столом, в том
той или иной степени будут участвовать, будут защищать или интересы партии, или представлять интересы конкретного кандидата, который является членом партии. Поэтому мне представляется, сейчас вот нужно искать вещи, которые объединяют, а не которые разъединяют. И, конечно, желание быть вот таким очень тонким формалистом, оно, мне кажется, правильное желание, но мне представляется, что оно тоже должно быть, ну, в каких-то рамках находиться и монополизировать право выступления и диктовать, в каком формате проводить комиссию. Мне кажется, ни у кого такого права нет, в том числе и у меня. И мне кажется, проводить заседание в формате, когда предложение формулируется, а потом принимается коллегиальное решение, это было бы правильно. В целом я хотел бы сказать, что по тем компаниям федеральным, которые у нас были, разные были случаи, разные были ситуации в избирательных кампаниях и региональных, и федеральных, но вот из того, что я наблюдал эти 5 лет, мне казалось, что все-таки комиссия находила решения правовые, которые в судебном порядке, я даже не помню, случаи были ли когда-либо отменены. И должен сказать, что у Александра Николаевича, который написал заявление и ушел на пенсию, в этой части заслуживает слово благодарности. Еще раз бы хотел, чтобы на этом вот этапе, на этом пути, на пути к большому голосованию в России, которое будет важно не только для региона, но и для, в целом для России, мы бы исходили из интересов все-таки государственных и меньше интересов каких-то корпоративных или личных. И я думаю, что вот люди, которые собрались, я слышу всех, кто говорит сегодня в репликах и громко, и тихо. Мне кажется, есть возможность все-таки объединить усилия, а не разъединиться по лагерям. И мне бы хотелось, чтобы мы это продемонстрировали в ходе сегодняшнего заседания избирательной комиссии по избранию председателя. Поэтому я желаю вам всем чуть успокоиться, сбавить немножко, значит, ну, тональность и перейти в нормальное рабочее рассмотрение, которое характерно для избирательной комиссии любого субъекта. Горячее начало, но оно тоже неплохо. Эмоции должны находить где-то выход, но нужно вовремя понять и услышать друг друга. Я желаю нам всем удачи. Спасибо. Спасибо, Николай Иванович, за напутственные слова. Уважаемые коллеги, хотел довести вот следующую информацию до вас. 21 января текущего года были прекращены полномочия председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия Дикала Александра Николаевича, а 27 января 2021 года указом номер 7 главы Республики Калмыкия на основании заявления в письменной форме в сложении полномочий он досрочно был освобожден. От обязанности члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации избирается тайным голосованием из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса по исключительному предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В связи с чем предлагаю следующую повестку дня нашего сегодняшнего заседания. Первым вопросом ставлю вопрос об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия. Второй вопрос об утверждении формы и текста бюллетеней для тайного голосования по выборам председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия. И четвертое, окончательно, ну, последний вопрос, это будет окончательное избрание председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия. Поэтому спросим. Какие будут предложения по данной повестке дня у членов комиссии? Я предлагаю утвердить повестку дня. По предложенному варианту, да? Да. Ставлю тогда вопрос на голосование. Кто за данную повестку дня? Посчитайте, цену, да? Внимательно. Единогласно. Кто против? Кто воздержался? Один воздержался. Наталья Оксана Сергеевна воздержалась. То есть, получается, у нас 10 за, один воздержался. Решение принято. Повестка дня утверждена. Тогда приступаем к рассмотрению повестки дня сегодняшнего нашего заседания. Первое. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам председателя избирательной комиссии нашей республики.
соответствии со статьей 28 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на референдум граждан Российской Федерации, председатель избирательной комиссии избирается тайным голосованием из числа избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса. В соответствии со статьей 38 Регламента Республики Калмыкия для проведения тайного голосования путем использования избирательных бюллетеней и определения его результата избирается счетная комиссия в количестве и составе определяемой избирательной комиссии Республики Калмыкия. Избрание счетной комиссии проводится открытым голосованием. Какие будут предложения по количеству составу и персональному составу данной счетной комиссии? Наталья Дмитриевна. Я предлагаю, у нас всего 12 членов комиссии, я предлагаю счетную комиссию в составе 3 человек. И в состав комиссии я предлагаю включить Санжинову Оксану Сергеевну, Манжееву Наталью Доржину и Шавунову Миру Николаевну. Какие будут еще предложения? Владимир Андреевич, слушаем вас. У меня такое предложение. Значит, увеличить не в количестве 3 человек, 4, и включить персонально Бадмаева и Ренельцов в состав комиссии. Тем товарищам, которые предложил инициативу. Ну тогда давайте будем голосовать по порядку поступления предложений. Первое, сформулирую тогда то, что предложила Наталья Дмитриевна. Сформировать избирательную счетную комиссию в составе 3 членов и включить ее в состав. Коллеги, я извиняюсь за реплику, можно? Не-не, я буду своего, а потом просто сформулирую ваше предложение, вернее, Владимир Андреевич. Время не пройдет. Санжинова Оксана Сергеевна и Шаунова Мира Николаевна. Манжиева Наталья Довжина и Шаунова Мира Николаевна. Кто за это? Кто ставил вопрос на голосование? Кто за это предложение? Прошу голосовать. Кто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кто против? 1 против, воздержался и 1 воздержавшийся. 9 за. За? Что-то вы посчитаете. Без него. 9 за. 9, да? Все решено. Против 1, воздержался 1. Решение принято. Таким образом, второе предложение. А второе предложение. Раз поставили, будем голосовать. Кто за то, чтобы увеличить состав? Озвучьте, пожалуйста. Да, я озвучу ваше предложение. Кто за то, чтобы увеличить состав счетной комиссии до 4 членов комиссии и включить персонально Бадмаева Эрнея Литоновича? Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Так, 1, 2, 3, 4. 4 за. Против? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кто воздержался? Воздержался. 7 против. Таким образом, второе решение не проходит. Персональный состав так утвержден в составе 3 членов. В составе Шаунова Мира Николаевны, Манжеева Натальи Дожин и Санжиновой Оксаны Сергеевны. Так, уважаемые члены комиссии, вам представлен проект постановления. Предлагаю дополнить проект постановления предложенными кандидатурами и утвердить данное постановление в предложенном варианте. Ставлю вопрос на голосование. Кто за данный проект? Кто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, да? Против? 1 против. Воздержался? Воздержался. Воздержался один. Таким образом, решение принято. Счетная комиссия таким образом утверждена в представленном составе или количестве. Далее. Согласно регламенту, счетная комиссия должна из своего состава открытым голосованием избрать председателя счетной комиссии. А для этого уже счетная комиссия должна приступить к своей работе, оформить это соответствующим протоколом. А для этого мне необходимо объявить, будем говорить так, технический 5-минутный перерыв. Членам комиссии прошу Наталья Дожжина, Мира Николаевна, Оксана Сергеевна. Вот там импровизированное рабочее место мы сделали для вас, для работы счетной комиссии. Прошу, из своего состава вы должны избрать своего председателя. Поверни.
камеру, веб-камеру на счетную комиссию, чтобы там видно. Счетная комиссия же должна... Вы же не должны нашу работу видеть. Ну, мы не видим вашу работу. И слышать. Почему вы не должны? Голосование идет в присутствии членов комиссии всех. Мы не мешаем вам. Отдельный орган, счетная комиссия. Почему в другой мне выйти? Вы определитесь своим, сами определитесь, вы будете здесь работать или будете отдельно работать. Вы можете отдельно выйти в кабинет другой. Голосуйте, у вас тоже путем голосования принимать решение. Мы не имеем права мешать вашу голосование. Нет, замечание правильно, потому что в стесненных условиях они отдельно должны работать сами, заниматься его. Счетная комиссия. Это не мы тогда выборы проводим, Владимир Андреевич. Насколько наблюдателей? Все открыто должно быть же, Владимир Андреевич. Вы сами же ратуете за то, что все открыто, все классно было. Мы же не вмешиваемся в их работу. Я думаю, что только не выкладывайте, пожалуйста, мое изображение. Почему? Куда не выкладывать? Вот это уже прямой, это прямой эфир. Онлайн уже. Все зрители смотрят сейчас. Конечно, это Оксана Сергеевна, она транслирует. Она же предупредила сразу, всех объявила. В соответствии с принципами работы, гласности и открытости в работе избирательной комиссии. Все в соответствии с законом, о чем и коллеги сказали наши. Не снимайте. Николай Иванович, у меня... Просьба к вам. Вы можете меня выслушать сейчас, в данное время? Давайте решать вопросы, которые не касаются заседания. Владимир Андреевич, давайте заседание, повестку дня мы сначала рассмотрим, а потом уже будем в самом деле. А Николай Иванович, пользуюсь возможностью, потому что... Николай Ивановича здесь нет. А, вы имеете в виду... Нет, он имеет в виду это. Николай Иванович. Николай Иванович. А звук отключили. Они отключили микрофон, у нас технически, у них микрофон отключили. Пока, не слышат они. Пока у нас идет перерыв, они выключают. Владимир Андреевич, там же после заседания у меня есть это самое. Не будет возможности. Не, имеется в виду, прямо есть прямой эфир. Мы сейчас телефон, горячая линия. Можете все вопросы адресовать Центральной избирательной комиссии. Особенно про горячие линии вы так расчет. Особенно горячая линия. Вопросы. Давайте я вас тоже сниму. Давайте, конечно. Все. Нормально. Все равно позу не принял. Какую позу? Ну как? Тебя же снимают, ты должен позу выставить. И поза должна быть естественная, рабочая. Это я вспоминаю инструктаж в горкоме партии, когда нас в партию принимали. Был предварительный инструктаж. Геннадий Ильич, все идет в интернет. Да, ну пусть. Чего вы это? А я что, у нас свободное время. Перерыв же объявили. Перерыв, да. Нас инструктировали. Ну пусть идет, нет о чем. Так, члены комиссии, счетной комиссии, прошу огласить ваше решение. Ну, вернее, возобновляем наше заседание.
Протокол номер один Черной комиссии по избранию председателя Черной комиссии избирательной комиссии Республики Калмыкия 3 марта 2021 года. Избрано членов Черной комиссии 3 человека. Присутствуют члены комиссии Манжиева Наталья Дрожжина, Санжинова Оксана Сергеевна и Шалунова Мира Николаевна. Вопрос о повестке дня звучит следующим образом. Об избрании председателя счетной комиссии. Слушали Шаунову Леонид Николаевну, которая предложила избрать председателя счетной комиссии Манжиеву Наталью Дрожжину. Голосовали 2 человека за, против. Голосов не поступило и, значит, воздержался 1 человек. Таким образом, решили избрать председателя счетной комиссии Манжиеву Наталью Дрожжину, это первый пункт, и направить протокол номер один счетной комиссии для сведения в избирательную комиссию Республики Калмыкия. Председатель и члены счетной комиссии подписали данный протокол, я передаю комиссию. В принципе, протокол оформлен, если члены комиссии могут ознакомиться. Согласно регламенту, теперь нам необходимо открытым голосованием принять к сведению данный протокол номер 1 от 3 марта 2005 года. Какие будут предложения? Нет, к сведению. Другие предложения будут? Тогда ставлю вопрос на голосование. Кто за это решение, прошу проголосовать. Кто за? Считайте, пожалуйста. Кто за? Против? Воздержался? Один. Таким образом, протокол у нас принят к сведению. Куда? Так, итак, приступаем непосредственно к процедуре избрания председателя избирательной комиссии республики. Предоставляю слово заместителю председателя избирательной комиссии Российской Федерации Булаеву Николаю Ивановичу. Прошу вас, Николай Иванович, вам слово. Спасибо, Владимирович. Ну, насколько я понимаю, вы все уже повестку дня достаточно активно обсуждаете, и кандидатура, которая вносит Центральная избирательная комиссия, она, Бемпи Сергеевич, она обсуждалась в Центральной избирательной комиссии, не являлась это тайной. Бемпи Сергеевич был в Центральной избирательной комиссии и проходил собеседование со всеми членами Центральной избирательной комиссии, без исключения. Представители всех партий имели возможность поговорить и высказать свои замечания и свои размышления по поводу его профессиональной готовности, проблем, с которыми он может столкнуться. Голосование Центральной избирательной комиссии по кандидатуре Б.М. Сергеевича, докладывал Антон Юрьевич Лопатин этот вопрос, тоже проходил, естественно, в открытом формате, оно было единогласно, я не ошибаюсь, правильно. Мы с Бемпи Сергеевичем очень долго беседовали, я лично долго беседовал, думаю, что почти час мы размышляли о том, что предстоит, как предстоит, хватит ли для этого жизненного опыта и профессиональных знаний. У всех членов Центральной избирательной комиссии по результатам голосования сложилось мнение, что Бемпи Сергеевич может справиться с теми задачами, которые стоят перед избирательной комиссией республики, и что во взаимодействии с каждым членом избирательной комиссии республики, без исключения, какой бы партийной принадлежности он ни был. Я хотел бы вот здесь отдельно сказать, у нас в Центральной избирательной комиссии представители всех партий, не только парламентских. У нас еще и не парламентские партии представлены были вот в том составе комиссии, которая сейчас работает. Сейчас идет переформатирование комиссии. Вы знаете, что уже и Госдума своих представителей направила, и Совет Федерации свой квотум реализовал. 10 членов комиссии уже известны по составу в новой Центральной избирательной комиссии. Поэтому вот этот состав комиссии, который обсуждал кандидатуру Бемпи Сергеевича, пришел к выводу, что она достойна, и мы поддержали, еще раз подчеркну, единогласно. Поэтому принято постановление, оно есть у вас в избирательной комиссии, и с ним можно ознакомиться. Постановление основано на пункте 4 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года, номер 67. И в соответствии с этой нормой предлагается избирательной комиссии Республики Калмыкия кандидатура Чужаева Бемпи Сергеевича 1980 года рождения.
лучше, чем кто-либо в Центральной избирательной комиссии, знаете Бориса Сергеевича. Думаю, что по жизни сталкивались, несмотря на то, что значимую или значительную часть жизни он проработал и в другом субъекте Российской Федерации, и проработал, учился и работал в столице и за рубежом. И Центральная избирательная комиссия надеется, что вы поддержите наше решение и сегодня изберете председателя ВМ Сергея Чужаева. И я прошу внимательно обсудить, высказать свои суждения за и против, чтобы решение было взвешенным и выстроенным на, не на эмоциях, а с полным пониманием того, что нам предстоят очень сложные выборы в 2021 году. Ну, у вас комиссия в 2022 году, насколько не изменяет память, будет формироваться заново. Ну, уверен, что большинство членов комиссии сохранятся. И вам предстоит выбор еще 2024 года. Поэтому я желаю нам всем на этом пути и сегодняшнего решения, и думских выборов, и выборов следующих, успеха, удачи и достаточно здравого смысла, чтобы мы принимали все-таки решение не на основе эмоций, а на основе размышлений, готов, не готов, и есть ли у нас какие-то иные предложения. Смею напомнить, что на заседании избирательной комиссии кандидатуру вносит только по председателю, только Центральная избирательная комиссия, поэтому, естественно, иных кандидатур внесено не может быть. Такого закона, такова норма 67-го закона. Спасибо, удачи нам всем. Спасибо, Николай Иванович. Благодарим за то, что вы оказали доверие нашим коллегам. Теперь у вас будут вопросы? У меня вопросы, конечно. У нас по регламенту... По регламенту мы же должны порядок определить. Прямо по регламенту. Докладчику отвечает полпрямо, ты по существу. Хорошо, вы мне вопрос задаете? Нет, докладчик. Ну, нет, он предложение, он не докладывает. Мы хотим не докладывать. Нет, подождите. Раз цирк представляет, у нас, естественно, вопросы к тому... Орган, я понял. Представил. Николай Иванович, вы готовы ответить на вопросы наших коллег? В рамках своей компетенции, полномочий и подготовки я попытаюсь ответить на те вопросы, которые мне зададут. Хотя по регламенту вопросы это не я представил коллегиальное решение Центральной избирательной комиссии. И в данном случае ничего другого Центральной избирательной комиссии мне не поручало. Но если у кого-то есть желание задать мне вопросы, который сегодня относится к повестке, я попробую ответить на эти вопросы, если они не требуют коллегиального решения ЦИК. Спасибо. Леонид Антонович, у вас вопрос? Да. Николай Иванович, спасибо за возможность. Николай Иванович, вопрос первый. Значит, мы, когда рассматриваем даже кандидатуры членов территориальных участковых комиссий, назначаемых у нас в республике, в районах республики, мы хотя бы имеем возможность ознакомиться с их данными, так сказать, установочными. Родился, крестился, учился и так далее, и так далее. Ну, так называемая объективка. Значит, мы до сегодняшней минуты, никто из членов комиссии Республики Калмыкия не имеет возможности ознакомиться с биографией, с полноценной биографией нашего кандидата, которого Центральная избирательная комиссия представила в качестве кандидата. И даже сейчас мы вчера задавали такой вопрос председателю через чат избиркомовский, нам мы думали, что вы озвучите его. Поэтому у нас к вам вопрос, Николай Иванович, как мы можем, если мы даже своих рядовых членов ТИКов, мы их проверяем, мы, по крайней мере, мы оцениваем их прошлое, будем так говорить, или настоящее, но мы сейчас не имеем возможности даже обсуждать кандидатуру Бимби Сергеевича, потому что мы вообще не знаем. А что касается того, что большинство из нас его знает, я хочу вас разочаровать, Николай Иванович. Большинство из членов избирательной комиссии лично не знакомы были, подавляющее большинство, с Бимби Сергеевичем. Я лично себя увидел, как и мои коллеги, его в первый раз в жизни. Поэтому, я его знаю с детства. Вот, ну, я про подавляющее большинство говорю. Поэтому... Леонид Антонович, я извиняюсь. Почему апеллируем к Центральному? Нет, потому что непосредственно... Нет, давайте, разрешили задать вопрос. Вы не гневайте меня. Я вопрос задам. Нет. Николай Иванович разрешил задать вопрос. Это в рамках компетенции ЦИКа. Если мы говорим, что ЦИК изучил его досконально, беседовал, там проверял, я не знаю как. Почему мы не имеем возможности? Мы что, кота в мешке избираем, что ли? Извините за выражение, Николай Иванович. Ну, вы... Тот тоже. Мы не знаем его лично, и мы не знаем его биографию. Каким образом мы можем оценить
только со слов, извините, уважаемый Николай Иванович, ну так тоже быть нельзя, Николай Иванович. Это уважение к членам комиссии, это работает. Я задал вопрос. Хорошо, я попробую, Батур Владимирович, частично ответить на этот вопрос. Можешь задать свой вопрос. А вы, когда избираете председателя территориальной избирательной комиссии, назначаете председателя территориальной избирательной комиссии, члены территориальной комиссии знакомятся с его биографией, знают ее, вы посылаете ее туда, в территориальную избирательную комиссию, или принимаете решение на заседании избирательной комиссии Калмыкии самостоятельно, не советуясь с членами территориальной избирательной комиссии. Николай Иванович, вы же не знакомитесь, закон не предполагает этого. Вы их назначаете, и на этом, минуту. Извините. Вы их назначаете и считаете на этом полномочия свои исполненными, а члены территориальной комиссии получают, как вы смею, мне кажется, не очень корректно выразиться, кота в мешке, ничего подобного. Я уже сказал, что мы, все члены Центральной избирательной комиссии, без исключения, познакомились с биографией внимательно. Кроме этого, мы приглашаем всех соискателей, если их несколько, в данном случае был один с нашей стороны, мы пригласили, и двое суток было собеседование с членами Центральной избирательной комиссии. Кроме этого, не открою тайны особо никакой, и ни для кого это не является тайной, в том числе и все члены вашей комиссии, при подаче кандидатур проходят дополнительную проверку на наличие каких бы то ни было ограничений в разных структурах, имеющих базы данных. Все и я прохожу эту проверку. Есть судимость, нет судимости, есть какие-то административки, нет административки, есть ли норма, которая соответствует закону, определяет, значит, возможность быть членом той или иной комиссии. Если вам перед заседанием комиссии не раздали материалы, которые были в пакете Центральной избирательной комиссии, я считаю, что это не совсем корректно, я не буду кривить душой. Материалы надо было выдать, естественно, тайны никакой нет, но у вас сегодня есть возможность задать что вопросы. Выдали? Ничего же не выдали. Ответы. Да. Что касается материалов, которые представлены были в Центральной избирательной комиссии, они были представлены в полном объеме. Был представлен собственноручно написано заявление о согласии. Были представлены документы все, копии паспорта, копии документа об образовании, выписка из трудовой книжки и так далее и тому подобное. Или, собственно, так сказать, у меня пакет документов, по крайней мере, лежит передо мной. Поэтому я считаю, что, наверное, нужно было в обязательном порядке. И, наверное, выдать и членам комиссии избирательной для того, чтобы они могли ознакомиться не только сегодня. Можно было бы это сделать и вчера. Если это не сделано, давайте выдадим материалы. Этого не было сделано. 15 там, минут или сколько-то. Пусть люди ознакомятся. После этого собираетесь и обсуждаете, проводите голосование. У меня нет по этому поводу никаких проблем. Я свою часть работы сделал от имени Центральной избирательной комиссии, кандидатуру внес. Если нужно какие-то дополнительные, какое-то дополнительное время на изучение, то пожалуйста. И я с Батуром Владимировичем согласен. Я не являюсь председательствующим на вашем заседании. И в данном случае все полномочия, которые мне были, которыми я был наделен как представитель Центральной избирательной комиссии, скажите, я исполнил. Поэтому давайте не задавать. Будем вот сейчас, устраивать ликбез от того, знаю я что-то. Я знаю многое, может быть, чуть больше, чем вы. Вы знаете что-то тоже, что не знаю я. Скажите, но в данном случае мы рассматриваем сугубо персональный вопрос. Предложение ЦИК. И ваша реакция на это предложение. Спасибо. Спасибо, Николай Иванович. Можно вопрос? Это мне вопрос. Я хорошо слушаю. Секундочку. Николай Иванович, спасибо за пояснение. Мы как бы принимаем. Николай Иванович, чтобы вам было понятно. Значит, мы вчера в чате, который служебный чат избиркомовский, задали вопросы. Где данные, где мы хотим ознакомиться? Батый Владимирович нам озвучил, что это озвучит представитель Центральной избирательной комиссии. Какие документы? Мы не знаем, нигде родился, никто, мы не знаем ничего, поэтому мы не слышали от вас ничего, поэтому я к вам вопросы задал. Получается, что Батыр Владимирович сказал, что вы это нам все расскажете, а получается, что вы нам, извините, не довели эту информацию. Хорошо,
Давайте я вам все отвечу, что а у нас ее нету. Родился в городе Листа, Республики Калмыкия, 18 июля 1980 года. Образование высшее. Окончил в 2002 году Российской экономической академии имени Плеханова. Специальность по образованию — экономика и управление на предприятиями. Имеет награды: почетную грамоту правительства Республики Бурятия в 2018 году, почетную грамоту комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Республики Бурятия 2018 год, знак отличия за вклад в развитие советского района города Улан-Удэ. Ученой степени не имеет. Паспорт, номер, все как положено, указано. Выдан в городе Серпухов, Россия, Московская область, 17.05.2007 года. Наличие опыта работы в избирательных комиссиях. Член избирательной комиссии города Улан-Удэ с правом решающего голоса. Полномочия досрочно прекращены 21.03.2019 года на основании письменного заявления. Адрес места жительства: Республика Калмыкия, город Листа, улица Чехова. Работа. Со 2 по 4 год, по сентябрь 4 года, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, специалист первой категории, ведущий специалист. С сентября 4 года по апрель 5 года, ООО «Евраз Холдинг Специалист», Москва. С 5 месяца 5 года по 4 месяц 6 года первый заместитель представителя Государственной промышленной финансовой инвестиционной корпорации Калмыкии, Республики Калмыкия в Монголии. С 4 месяца 6 года по 5 месяц 7 года ООО «Внешнеторговая фирма ГПЗ «Старший экономист». С 5 месяца 7 года по 8 месяц 2007 года некоммерческое партнерство заместителя генерального директора. С сентября 7 года по январь 2012 года Чингисхан Банк, Улан-Батор, Монголия, генеральный менеджер индустриальных проектов. С марта 2013 года по июль 2015 года помощник мэра города Улан-Удэ. С июля 15 по декабрь 16 администрации Советского района города Улан-Удэ, заместитель руководителя администрации по организационной работе. С декабря 16 года по февраль 19 года администрации Советского района, заместитель руководителя администрации по вопросам социальной сферы. С мая 19 года по сентябрь 19 года советник главы Республики Калмыкия. С октября 19 по февраль 20 администрация главы Республики Калмыкия, заместитель руководителя администрации. И с октября 20 по март 21 региональный исполнительный комитет Калмыцкого регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Вот послужной список его работы. Перерывов в стаже, которые вызывали бы вопросы, где был в это время, не имеется. А что касается иных документов, если хотите, я ознакомлюсь со всеми остальными, копии паспорта и так далее. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что эти документы не являются никакими секретными, и члены комиссии имеют право с ними ознакомиться. Спасибо. Спасибо. В ходе своего выступления персональных данных не называл. Вы кому? Мне хотите вопрос задать? С вашего разрешения можно, Николай Иванович, вопрос задать? Давайте кандидат. Еще один вопрос на члена комиссии нашего коллеги. Анкудаев Владимир Андреевич. Николай Иванович. Да, Владимир Андреевич, слушай. Есть такой фразеологизм: с корабля на бал, да? Значит, меня удивляет, значит, человек, значит, не работающий и не знающий, значит, избирательный процесс, значит, попадает, значит, в избирком с правом решающего голоса и незамедлительно, по прошествии незначительного времени, выдвигается на должность председателя. В этой связи к вам вопрос: из каких или какими критериями, значит, ЦИК руководствовался, значит, при принятии решения назначить кандидата на эту должность? Понятно, что вы коллегиально решали все это, да? Но меня, значит, настораживает, что такая скоропалительность. Центрально, я уже сказал вам основные, как бы, хронологические вещи, которые мы
в ЦИКе, которым мы следуем в ЦИКе при обсуждении той или иной кандидатуры. И когда Александр Николаевич неожиданно для меня, он когда позвонил и сказал, что он собирается написать заявление, и что так сложились обстоятельства, что дальше работать он не может или не хочет, ну, возраст, и уже устал человек. У меня с ним очень добрые были отношения, доверительные, я бы так сказал, отношения. Там, представитель вашей республики, депутат Госдумы, был в моей депутатской группе, которой я руководил там не один год. Поэтому я о республике знаю много из разговоров с вашим депутатом Госдумы. Вот. И когда возник разговор с Александром Николаевичем, естественно, встал вопрос, кто может возглавить комиссию. Он назвал несколько кандидатур, которые могли бы быть, в том числе и Бэмби Сергеевича, кандидатура была названа. Мы изучили материалы, которые представляли. Мы не могли и не имеем права не проводить консультации с руководством республики, что мы делаем всегда. Мы проводим консультации с иными структурами, которые определяют порядок принятия решений. Я уже сказал о том, что мы в обязательном порядке проводим проверочные процедуры с участием наших коллег из правоохранительной системы. В результате всех вот этих действий мы пришли к мнению, что Бэмби Сергеевич является на сегодняшний день подготовленным человеком, способным развиваться и способным понять и уметь решать те задачи, которые у нас стоят на ближайший перспективный период. Поэтому наше предложение сформулировано, у нас других предложений нет. И я еще раз говорю, что считаем, что наше предложение взвешенное, и просил бы членов комиссии поддержать это предложение и перейти к обсуждению, задать вопросы кандидату или председательствующему за столом. Спасибо, коллеги. Спасибо, Николай Иванович. Владимир Андреевич, ну, честно говоря, мне неудобно даже перед нашими коллегами с Центральной избирательной комиссии, а тут, получается, чуть ли не отчитывается перед нами. И тем более неэтично в отношении нашего коллеги, который сам непосредственно присутствует здесь, да, все вопросы, может быть, лично ему сейчас адресованы, а получается, мы обсуждаем за его спиной третьих лиц. Если нет, хотите, можете задать вопросы непосредственно. Потому что непонятно, значит, какой человек без опыта работает. А у нас в преддверии выборов... Вы сами себе противоречите. Николай, говорите по регламенту, а сами как бы, не по теме начинаете разводить. Вы же не имеете права по регламенту комментировать. Выступление не можете комментировать. Он задал вопрос, все, ответ получил. Я хочу сказать, что проблема? Не по адресу имеете. Николай Иванович доложил. Данные, то, что по закону... Почему-то то, что я не могу говорить, только в мой адрес обращается. А за спиной вот там люди говорят, что хотят. Правильно, чем они должны отчитываться, перед чем они полосы. Они компетентны от этого органа, им закон предоставлен. Вы не снимайте себе ответственность. Вы должны при этом... Давайте самое регламент. Вы нам сейчас говорите, что вы биографии. Давайте базар опять не прощаем. Не надо тоже нас прощать. Прекращая прения, будем так говорить, да? Будем такие импровизированные. Вопрос есть? У меня предложение. Предложение. Давайте перейдем к вопросам к нашему кандидату. Я хотел сказать, вопрос есть? Два слова. Можно сказать? Да, Геннадьевич. Ну, во-первых, я этого молодого человека знаю с детства. Поэтому могу с высоты своего возраста его охарактеризовать с положительной стороны. Но Намсинов, силу ЛДПР. Того, Геннадий Ильич, да. Значит, в силу того, что у нас присутствует вот руководитель администрации главы, я хотел бы, с точки зрения того, что администрация была работодателем Сергеевича, я хотел бы, чтобы Берег Николаевич что-нибудь сказал. Берег Николаевич, скажите пару слов. Он не имеет права говорить здесь. Вы что такое несете? В обсуждении участвовали члены комиссии. Вы же член комиссии, вы что такое говорите? В силу того, председательствующий, что человек назначен членом избирательной комиссии указом главы, а сегодня... А мы что, его членом комиссии выбираем сейчас? Нет, я... Ну тогда к чему это? Предамбл говорю. Капсанов Сергеевна. А сегодня у нас руководитель администрации, его бывший работодатель. Давайте всех бывших пригласим работодателя. Сергеевна,
еще раз. И как работодатель, вы хотя бы уважаете мой возраст, уважаемая девушка. Я многое не говорю именно из уважения к вашему возрасту. Значит, я хочу и прошу Лея Николаевича сказать... Сергей Николаевич. Вы же не можете здесь распоряжаться. Что за бред такой? Пару слов охарактеризовать кандидата. Слушайте, коллеги, потом дадим еще коллеги, понятно. Что за двойные стандарты, объясните? Что мы постоянно превращаем в заседание? Евгений Антонович, послушайте меня еще раз. Еще раз говорю. Да, есть здесь председатель. Да. Наталья Дрожжина, у вас я свое выступление. Я постараюсь долго не занимать время. Да? Уважаемые коллеги, дело в том, что мы, конечно, побежали... на мой взгляд, впереди тебе. Дело в том, что, насколько я понимаю, кандидатуру Чужаева предложили Центральной избирательной комиссии. Там все рассмотрели. И если бы мы по порядку прошли бы всю процедуру, я полагаю, что Чужаев готов был отвечать на наши вопросы. Ему бы предоставили слово. Он, скорее всего, рассказал бы свою биографию, где учился, крестился, как тут было сказано. Но мы немножечко стали опережать вот эту процедуру. Вот. Я тоже хочу сказать, что Сергея Сергеевича я, в общем-то, знаю и достаточное количество времени знаю. Вот. Может быть, с тех пор, как еще он учился в Плехановке, потому что у меня дочь в то же время там училась, поэтому я его немножко знаю. Знаю, что он очень такой трудолюбивый. И еще хочу сказать, что председатели избирательных комиссий любого уровня у нас ни один вуз не готовит. Они выходят вот как раз из членов комиссии. Они выходят, набирают опыт и становятся даже... очень даже неплохими председателями комиссии. Вернемся к тому же Декалову Александру Николаевичу. Да, я несколько раз выступала против того, чтобы его избирали председателем избирательной комиссии Республики Калмыкия. Но тем не менее, я готова признать, что он справлялся со своей задачей организовывать процедуру выборов на нашей территории, на территории Республики Калмыкия. Поэтому и надо сказать, что Декалова тоже нигде не учили быть председателем избирательной комиссии. Он до того тоже он со школы не пришел, или с института не пришел работать председателем избирательной комиссии. А он работал в хозяйственных структурах нашей республики. Однако он стал, так, почему бы нам не дать возможность молодому человеку, нашему земляку, у которого прекрасное образование, неплохой опыт работы в различных сферах, а это, по моему глубокому убеждению, это требуется на любой руководящей должности. И поэтому я считаю, что, конечно, хотела бы своих коллег просить о том, чтобы мы могли поддержать нашего молодого земляка, который у нас будет работать, я надеюсь, не долгие годы будет работать, потому что, как правило, члены комиссии очень долго работают, набираются опыта. Да, конечно, всякое бывает. Бывает и что-то где-то, какие-то шероховатости, но я очень надеюсь, что к нему не будет тех вопросов, которые мы, некоторые члены избирательной комиссии предъявляли Декалову, например. Да? Хотя я еще раз подчеркну, что Декалов со своими обязанностями справлялся. Вот. Это что касается кандидатуры Бембе Сергеевича. Теперь по поводу того, что кто должен присутствовать или нет. Я в избирательной комиссии Республики Калмыкия нахожусь несколько уже сроков. И каждый раз, это вы знаете, большое дело, каждый раз при выборе председателя избирательной комиссии Калмыкии мы собирались, в этом году просто пандемия, поэтому мы сидим в этом кабинете. Обычно мы собирались в большом кабинете.
там присутствовала обязательно глава, это председатель Хурала, все силовые структуры, все те значимые фигуры нашей республики, все всегда собирались, и это не являлось предметом спора о том, что кто-то может присутствовать или нет. Есть полномочия председателя или исполняющего обязанности председателя избирательной комиссии, который представляет избирательную комиссию, где бы там ни было, там, допустим, в отношениях с власть, с властными структурами, в отношениях с гражданами и так далее. И это дает ему право приглашать кого бы то ни было, тем более, что представитель главы республики, да, не является человеком со двора. Он пришел, потому что он является тем человеком, который вот у нас сегодня представляет руководителя республики. И нравится нам он или не нравится. У нас до двух минут по регламенту. Он может присутствовать на нашем заседании. Он не вмешивается в наши решения, в наши разговоры, не вмешивается. Поэтому я считаю, все наши споры с самого начала, выеденного яйца не стоит. Спасибо. Прошу всех поддержать Дембеля Сергеевича. Давайте, коллеги, немного оперативной работы. Давайте туда пропустим. Вы же в счетной комиссии. Некорректно такие выражения излагать. Нет. Председатель счетной комиссии нам рекомендует выбрать. Можно будет кратко, Дембеля Сергеевич, то же самое, как можно. Избирательная комиссия справа. Кратко лаконичные ответы давать. А бюллетени мы подсчитывать будем вместе с вами. Председатель счетной комиссии рекомендует всем выбрать Чужаева. Одна только вы. Очень все корректно. Я с вами не припираюсь, давайте. Я вот даже не вступаю. Вы либо на заседании, либо в интернете комментируете. А вы мне будете указывать, где мне комментировать? Вы кто, председатель, что ли? Оксана Сергеевна, еще раз вам замечание. Заметьте, я не трогаю. Почему вы не делаете замечание своему секретарю? Замечание вам делаю. Она без вашего разрешения говорит. Я комментирую, честно говоря. Это же не прямой эфир, честно говоря. Но она же в мой адрес обращается без вашего разрешения. Что за замечание, не пойму. Вы не в первом классе. Давайте, у нас всех здесь равный статус. Сергей Антонович, у вас вопросы ко мне. Должна обсуждать. Одно и то же. Наталья Дорожина, давайте не будем в дискуссии вступать. Сергей Антонович, у вас вопросы? Значит, я сначала хотел зачитать статью 10 нашего регламента, нашей Конституции, это которой мы должны жить и руководство. Значит, у нас сегодня вопрос избрания председателя республиканской комиссии избирательной. И в статье 10 сказано, что по кандидату на должность председателя комиссии проводится обсуждение. Значит, в статье 18 сказано, что член комиссии права решающего голоса имеет право вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать от них ответы по существу. Поэтому, исходя из этих постулатов, которые должны мы неукоснительно соблюдать, значит, Батон Владимирович, я хочу сказать, что, во-первых, не надо нас ограничивать в вопросах, во-вторых, это обсуждение. Обсуждение, значит, и давайте своего, объективно и корректно. Выражение своего мнения. Я согласен с вами. А вы сейчас пытаетесь. Значит, вы вопросом приступим. Одним вы, Сергей. Мы сейчас обсуждаем Дмитрий Сергеевич. Одним вы даете возможность высказать, а другие что-то гоните. Только из уважения к возрасту Натальи. А при чем здесь возраст? Она тем более была на, будем говорить, дистанционно. Поэтому давайте так, Батон, у всех права одинаковые и обязанности тоже. Хорошо? Согласен с вами. Все. Идем дальше. Сергей Анатольевич, вопросы есть у вас? Да, конечно, есть. Давайте да. Тогда задавать вопросы. Я, может быть, сейчас Владимир Андреевич хотел. Да, я к старшему по возрасту. Владимир Анатольевич, вообще-то здесь я председательствую. У вас есть вопросы? Есть. Если задавайте сейчас, я вам предоставляю вопрос. После задать Владимир вопросы. Давай, давай. Ладно, хорошо. Владимир Андреевич. Значит, у меня, правильно сказал мой коллега, да, значит, здесь идет обсуждение кандидатуры, да, значит, да. И не нужно нас ограничивать во времени. Правильно? Вот. Значит, у меня вопрос такой. Значит, вопрос... Извините, как вас... Дембеля Сергеевич, да? Да. Дембеля Сергеевич.
У меня такой вопрос. Скажите, в Российской Федерации на постоянной основе какие комиссии у нас действуют? Надеюсь, смешного здесь ничего нет. Да. Чего с ним? Вы знаете, потому что вы принимали участие. Никакого уважения к членам комиссии. Один задает вопрос, другие смеются. Не надо к телефону обращаться, будьте добры, пожалуйста. Владимир Андреевич, вы знаете, я вас... Вот вы мне говорили, что вы меня не знаете, а я вас знаю. И я знаю то, что вы были очень профессиональным сотрудником. И вот вы зря говорите то, что я вас не знаю. Я вас знаю, я вас всех вас знаю. И вы меня знаете. Я вас не знаю. Я вас тоже не знаю. Мы не знакомы, он в этом все Давайте сделаем так. Давайте ответ по существу. По регламенту ответ по существу. Еще раз говорю, председательствующий здесь я. Давайте... Председательствующий в рамках полномочий, да? Еще раз говорю. Но не в рамках закрытия рта любому, кому он секунду. Мы хотим услышать ответ по существу. По регламенту ответ по существу. Вы не мешайте, пожалуйста, отвечайте. Вы комментируете. Не надо мне указывать. Батыр Владимирович, регламент, вы не можете комментировать Оксана того, кто говорит. Оксана Сергеевна, давайте послушаем Бемби Сергеевича. Ну вы же сами вмешиваетесь. Тише. Значит, вопрос не сложный, потому что вы были участником, да, неоднократно, значит, да. Это легкий вопрос. Какие комиссии на территории Российской Федерации, да, действуют на постоянной основе? Это экзамен вы хотите. Нет, опять говорит член комиссии без вашего разрешения. Ну где ваши замечания? Давайте сделаем замечания. А то сейчас это даете повод, честно говоря, для наших коллег. Смотрите, я, честно говоря, немножко удивлен. Я первый раз сижу на заседании, да, и то, что вы устраиваете базар. Извините, пожалуйста, то, что вы так... Вас идете... еще не выбрали, а вы уже нас определенными словами определяете. Оксана, это нормально? Я член избиркома, правильно? Ответ по существу. Вот. Как вы себя ведете, мне, честно говоря... Ответ по существу, а не оценка членов комиссии. Вы пока наш коллега. Оксана Сергеевна. Вы пока наш коллега, и не надо нас определять. Оксана Сергеевна. Мы вас не определяли еще, но можем тоже это сделать. Вы меня уже определили уже. Я лично вас не определяла, не надо. Давайте голословно не будем утверждать. Знаете, я человек неконфликтный, я хотел вам ответить. Ответьте. Вот. То, что вы мне сказали, я, честно говоря, сейчас не помню. Ну почему? Вот и все. Следующий вопрос. Что мы задерживаем друг друга? Еще есть следующий вопрос, Владимир Ильич. Ответ принят. Давайте. Все. Мы услышали его. Так, значит, вы из-за вашей объективки, да, вы работали на руководящих должностях. В Калмыкии, в Бурятии, да, на ответственных должностях. Какой закон регламентирует избирательный процесс на территории Российской Федерации? Основной закон. Опять смешно, коллега. Так, не подсказывайте, пожалуйста. Нет. Вопрос смешной. Не надо. Председатель говорит, что вопрос смешной. Ну это разве корректно? Ну как это можно так себя вести? Почему? Вы же работали. По сути, да, это экзамен. Вы работали на руководящих должностях. Кстати, вы же там написали же у себя же что-то, да? Не вступайте в прения, ответ по существу. Регламент. Я вопрос записал предварительно. Какие вопросы? Регламент. Вы ток-шоу устраиваете. Ответьте, пожалуйста. Вот я говорю, сейчас я не готов ответить. Ну и все, понят ответ. Давайте следующий вопрос. Так, ну ладно, тогда из другой епархии, из другого опера вопрос такой. Какими мотивами, да, вы, значит, воспользовались, чтобы принять решение быть избранным на эту должность? Какие мотивы побудительные у вас были? Ну, это самый такой главный вопрос, наверное, в моей жизни. Я всегда мечтал что-то сделать для Калмыкии дома. Я в 17-м году отсюда уехал. И вы знаете, вот здесь можно, конечно, смеяться надо мной, то, что в Бурятии, в Монголии, в Москве, я всегда мечтал дома работать. И для меня самые главные позывы, для меня, что дома сделать хорошо. У вас дети есть? Ответ по существу, а не обсуждение детей. Ну что такое, Не надо. Мы пока еще с вами коллеги. Еще раз, Оксана Сергеевна. Смотрите,
ведите себя. У вас дети где живут? В пределах. Я веду себя в пределах полномочий своих. В пределах полномочий. Даже для интернета это у меня замечание тогда по регламенту. Примите. Успокойтесь. Не принимаете? Я говорю, вы всегда были рады, что дети с вами находятся. Правильно? Для меня то же самое. У меня есть два сына. И я очень рад, что мой отец и моя мама каждый день видят их дома. Я вырос в городе. Я хожу, и он ходит. И он ходит в ту школу, где я учился. Вот и все. Так, тогда в этой связи последний заключительный вопрос у меня, да? Можно вмешаться? А вот вопросы хорошие задают, они мне нравятся. Можно я тоже задам вопрос? Вот, ну, например, Оксана Сергеевна, вам задам вопрос. А у нас избирательная кампания придет. Я посмотрел, вы имеете высшее юридическое образование. Это правильно. И вот если мы уж так давайте комиссию превратим в экзаменационное поле, то я тоже позволю себе задать вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько составов Уголовного кодекса у нас ограничивает пассивное избирательное право кандидата на выборах депутата Государственной Думы и на выборах депутатов региональных законодательных собраний? Вопрос отклоняю из всего уважения к вам, но принципиально на него отвечать не буду, потому что это не соответствует повестке заседания. Да, вот я бы этот вопрос тоже так ответил бы так же. Отклоните вопросы, потому что это не экзамен. Николай Иванович, есть предложение. Но вы же не можете вмешиваться. Вы вмешиваетесь сейчас в наши полномочия. Оксана Сергеевна, я еще раз говорю, у меня была возможность задать вам вопросы. У меня еще последний вопрос. Ну вы же не задали их, извините. Я могу задать вам вопросы, когда мы вас назначали в состав комиссии. Ну это заседание уже прошло. И в данном случае мы не стали экзаменовать вас. Извините, сейчас речь не обо мне, а о Чужаеве. Вы сейчас нарушаете очень регламент. Хорошо, что не о вас. Очень хорошо. Я позволю себе выдержку из письма записать, которую вы не совсем корректно процитировали. Письмо, которое мы написали в региональное отделение партии, говорило о том, что документ, который был принят региональным отделением партии в отношении вас, был оформлен неграмотно. И мы написали, что коллеги, его нужно переделать. Но несмотря на то, что он так и не был переделан, мы сочли возможным для себя рассмотреть вопрос, потому что есть право партии предложить. А наше право, это решение партии удовлетворить или отказать, если есть ограничивающие какие-то нормы закона. Я не пойму, вы сейчас оспариваете решение ЦИК России, которое вступило в силу? Давайте относиться друг к другу уважительно. А я вопросы не задавала. Извините, Николай Иванович, я вопросы даже не задавала. Решению, которое предложила Центральная избирательная комиссия. А почему вопрос ко мне, я не пойму? Чтобы решение Центральной избирательной комиссии было вынесено на голосование, а вопросы задавались по существу. Я могу вам задать еще десяток вопросов любому члену комиссии. Ну задавайте любому, почему мне, я не пойму. Вы не сможете ответить в силу того, что вы ими не занимаетесь в повседневной жизни. А я этим занимаюсь. И я задам вам вопросы, на которые у вас не будут ответа. Клим Сергеевич пока не занимался, но его профессиональная подготовленность убедила членов Центральной избирательной комиссии на то, чтобы предложить его кандидатуру, потому что он может это познать в течение ближайшего времени. И 67-й закон, и 20-й, и 19-й, и прочие иные законы. Коллеги, не опускайтесь вы до себя, в первую очередь, унижаете, когда превращаете вот это в экзаменационное заседание какой-то аттестационной комиссии. Вы рассматриваете серьезный вопрос, организационный, кадровый. Поэтому, и вам еще раз говорю, работать вместе. Если вы хотите продолжить экзамен, я готов включиться в эту работу, отвечать на ваши вопросы и задавать вам вопросы. И я, что-то мне подсказывает, что мы можем здесь краснеть струну. Заместитель Панфилова. Вы многого не знаете, и я многого не знаю. В силу того, что я чем-то принципиально не занимаюсь, потому что это не мое поле деятельности. Я могу задавать вопросы по своей деятельности, которой занимаюсь, и они будут глубокими, и боюсь, что вы на них не сможете ответить. Но я цели такой не ставлю, потому что это не ваше сегодня направление работы.
и несмотря на наличие или отсутствие юридического образования, вы не сможете ответить на все вопросы, которые я смогу задать. И я не смогу ответить на все ваши вопросы, которые я смогу задать. Но это не значит, что мы не можем работать. Нет, это не значит, что мы не можем работать. А Бэмби Сергеевич, в отличие от меня, мне 71 год, а ему там 40, готов профессионально расти и готов познавать то, что он не знает. Он избирательным процессом вплотную, как некоторые... Дайте ему год, еще один, дайте ему год. Но большинство из вас избирательным процессом занимается не... Конечно, не стыдно, поэтому и вступился. Это вообще еще больше его опозорил. Ничего страшного, что кто-то чего-то не знает сегодня. Важно, чтобы он принимал решение, слыша каждого из вас в вашем профессиональном направлении. И чтобы коллегиальное решение принималось на основе закона, а не на основе эмоций. И не надо ловить его на школярском незнании. Но это унизительно для того, кто задает вопросы, подготовившись дома и написав там себе вопрос. Зачем это делать? Вы меня извините, пожалуйста, коллеги. Я, наверное, старше всех присутствующих здесь. И позволяю себе некоторые тоже эмоции, что не надо было бы делать. Но то, что я вижу сейчас, я никогда в своей жизни за 5 лет не видел. Я когда пришел в Центральную избирательную комиссию, мне было 66 лет. Я в избирательных комиссиях никогда не работал. Потому что никто не выступал против. Но я в выборах участвовал. Ну это просто позор. 1974 года, еще при советской власти. И практически во всех выборах в Государственную Думу. И прошел Госдуму почти там без малого 20 лет. Конечно, не стоило. И я на каждом этапе учусь. Прихожу, не зная, но я учусь. И позволю себе сказать, что сегодня избирательные права, избирательные технологии, ну, наверное, это лучше многих. Но я этим не кичусь и не задаю вопросы, которые унизят кого бы то ни было. Если человек не знает... При этом вопрос это задавала не я, очень странно. Помогите! А то, что вы делаете, я впервые это вижу. Я ни в одном регионе, ни в одной комиссии этого не видел. Зачем это делать, коллеги? Вы взрослые люди, вы имеете хорошее образование, но очнитесь немножко. Зачем вы это делаете? Зачем вы раздираете? Спасибо, Николай Иванович. Я прошу слова. Я не выступала, я хочу сказать реплику. Давайте перейдем к вопросам, к обсуждению. Давайте не порешать базар. Вопрос Оксане Константиновне. Нет, подождите, Бадр Владимирович. Да подождите, дайте сказать. Мне задали вопрос, я не ответила еще. Вы что? Вы ограничиваете меня? Нарушаете регламент. Ну что это такое? При всем уважении к нам... Вы немножко сравниваете красное с круглым. Я поясню, о чем речь. У нас, что человек... Я Толич, еще раз вам говорю. Не, ну просто, чтобы нас тоже не надо из нас делать таких, что вот принимайте и все. Мы решили, вы принимаете. Мы живем здесь. Это наша республика. Это наши жители, избиратели. И мы несем ответственность за них. Мы. У меня вопрос же. Вы же мне так и не дали вопрос задать. Последний вопрос задам. Вот... Если мы вас выберем, да, вот вы житель Республики Калмыкия в настоящее время, правильно? Да, конечно. Значит, да, значит, какие вы проблемы вы видите, да, в избирательном процессе, вот здесь у нас в Калмыкии, проблемы, недостатки, вы можете назвать хотя бы один? Вы знаете, мы будем вместе с вами работать, и все будем решать вопросы вместе. Вы как старший мой товарищ, будете мне подсказывать, я всегда буду к вам прислушиваться, потому что я уважаю вас и знаю вас. Это нужно запротоколировать. Ну, прям знаете, вот. Я, знаете, ну, вы меня извините, я вам задавал неглубокий вопрос. Ну, допустим, структурные эти образования, да, на территории, это самое, эти участковые комиссии, там, территориальные, там, окружные, ЦИК. Избирком, ну это разве сложно это все? Закон основной, 67-й, 2002. А теперь проблема, у нас проблема, я бьюсь здесь, да, проблема. Надеюсь, я найду понимание, если вы будете избраны, да? Смотрите, грубейшие нарушения у нас, да? Я вот 2 года бьюсь, здесь вот не нахожу понимания здесь в стенах избиркома, правоохранительных органах, да? Фальсификация этих итогов выборов различного уровня. Не могу найти это самое, как понимание.
Как глухая стена. Нет, это об этом говорю. Может быть, я надеюсь, не комментируете, пусть задают вопросы. Да? Николаев не понимал. К нему обращался и писал, и письменно обращался, и по-всякому обращался. Значит, нет результата. И меня это, знаете, возмущает до глубины души, понимаете? Смотрите, мы с вами будем вместе работать. Всегда можете ко мне прийти, пообщаться. Я человек такой открытый. Почему меня и знают. И все. Давайте вместе поработаем. И потом вы будете... Нет, Геннадий Сергеевич, ну вы хотя бы назвали, допустим, нарушение избирательного. Вы же газеты читаете, смотрите это самое. Ну, можно было назвать. И вот я вот проблему вижу одну. Нарушение избирательных прав граждан при выборах различного уровня. Ну ничего не сложного. Вот это вот, вы как бы, может быть, я такие какие-то заоблачные вопросы вам задаю, там, ставлю вас в тупик, как говорят, это самое, глубинные вопросы. Вот, да? Или глубокий вопрос. Ну, это не простейший вопрос, это уровня десятиклассника. Хорошо. Ну, вы извините меня тогда. Я о чем задавать тогда вопрос? Понимаете, вы претендуете на это высокую должность. Знаете, понимаете? От вас будет зависеть в течение 5 лет, там, если вас дальше выберет, да, полномочия вас продлят, пролонгируют. Вы будете не просто как свадебный генерал, вы должны принимать решения здесь, да? Не как вот Декалов присутствовал, Александр Николаевич, а здесь сбоку ему подсказывали, как говорящая голова бы он был. Ему транслировали, а он все это рассказывал. Ну вы наговорите на него. Ну это было такое. Такие, было. Такие вещи. Подсказки говорить. Там, да. Ну, как свадебный день будем говорить. Ну, с опытом он, конечно, все. Но его рядом нет, это клевета. У нас будет. Можно это сам. Нет, ну вы же не посмотрите. Можно мне вопрос уже задать? Владимир Андреевич, вы говорили, да? Да, все. Владимир Сергеевич, будем в любом случае работать будем. Вопросы, работать будем здесь непосредственно под его вопрос. Я вам говорю. Ну, если лучше избрание его. Меня волнует нарушение избирательного закона граждан. Все ясно. Я буду говорить. Мы лично говорим, не наговариваем. Тогда же, у вас вопросы? Да. Нет, он же, давайте, если можно, будет оперативно. Вы имеете уважение к нашим... Да, старшим товарищам, старшим коллегам по циклу. Второй вопрос повестки дня не берешь. Да, прежде чем всем задать вопрос, я все-таки хотел бы, Николаевич, не просто споря, вы сказали, что как бы дали понять, что члены комиссии на общественных началах, но они менее компетентны, чем штатные работники Сбербанка. Отключены? Не слышу, да? Николай Иванович, вы отключены? Слышу. Да, Николай, просто чтобы... Я вас слышу, отлично. Да, спасибо, Николай, извините. Я вас слышу. Да. Только можно я сразу поправлю? Если меня цитировать, то... Или тогда вы примерно вот так сказали. Или я повторю. Я сказал о том, не что надо в каких-то направлениях, которыми я профессионально занимаюсь, я, конечно, знаю больше многих. Но во многих направлениях, которыми я профессионально не занимаюсь, я знаю хуже, чем другие. Вы тоже не каждый день сталкиваетесь с избирательным законодательством. И какие-то вопросы вы знаете хуже, потому что работаете в основном на общественных началах. Ну хотя бы закон основной, это можно было назвать? И каждый день с утра и до ночи занимаюсь этим вопросом. И это естественно, что что-то я знаю лучше. Поэтому я и говорю, я могу задавать вопросы, вы мне можете задать вопросы. Но ничего страшного нет в том, что ни я, ни вы не знаем ответов на все вопросы. Я и это утверждал. И никого не хотел обидеть. Если вас завтра всех посадят на освобожденную работу, у вас будет возможность заниматься ей более глубоко и читать больше. Но еще раз говорю, я ничего в этом-то не вижу зазорного. Я сейчас занимаюсь там IT-технологиями, цифровыми технологиями в ЦИКе. Но у меня нет базового образования для этого, мне трудно этим заниматься. Но я не стесняюсь об этом говорить и приглашаю экспертов. И поэтому БМ Сергеевич тоже многого не будет знать, он хочет научиться. И он вам открыто говорит, и мы будем работать вместе, если захотите. Давайте вместе работать, давайте вместе. Если говорить, Владимир Андреевич задал вопросы о том, какие проблемы видит в работе избирательной системы. Если вы дадите мне время, я вам 1.5 часа буду говорить о том, какие есть проблемы в системе работы избирательной комиссии Калмыкии. Как и любой другой республики, Бурятии, я вам еще 1.5 часа буду говорить, что происходит со списком избирателей перед выборами, что происходит со списком избирателей после выборов, кто определяет результаты голосования, у кого наибольший административный ресурс. Я вам много могу чего рассказать. Я за 5 лет много чего узнал для себя. Я этого не знал раньше. Если мы сейчас эту тему будем поднимать,
и ЦИК их всегда говорит. Давайте перейдем к вопросам и кандидату. Эти недостатки что такое? Что за неравные отношения, которые позволяют нам сделать избирательные кампании более открытыми и прозрачными? Вы вспомните, сколько мы вводили протоколы времени. Мы вводили их в некоторых регионах до 3 суток. Мы сейчас добились того, что протоколы участковых комиссий вводим в течение 4-5, максимум 7 часов. Батыр Владимирович, а у нас что, представление о работе избирательной, Центральной избирательной комиссии? Это не вопрос был. Это не был вопрос. Поэтому я еще раз вам говорю, что мы совершенствуемся вместе. Нужно сначала самим научиться уважать других. У нас общая цель сделать так, чтобы выборы были таким образом выстроены, чтобы люди после выборов сказали, это наш выбор, а не выбор чиновника, который исправил протокол. Если мы в этом направлении правильно друг друга слышим и понимаем, то абсолютно уверен, что так оно и будет. И многое мы уже исправили. Николай Иванович, можно к вам вопрос? Давайте вопросы кандидату. Так, давайте вопросы кандидату. Владимир Андреевич, хватит. Нет, я один вопрос к вам задам. Владимир Андреевич. У меня, пользуясь моментом, Владимир Андреевич, я хочу попросить у вас принять меня, значит, на личном приеме, да, тема обращения моего, да, грубейшее нарушение законодательства избирательного, да, на территории Республики Калмыкия. Здесь я понимания не нашел ни в правоохранительных органах, ни здесь, нигде. Я приеду с документами. Вы можете меня принять? Владимир Владимирович, ну, несмотря на то, что ваши коллеги, как бы, моими длинными ответами уже устали от них, но вы не хуже меня, у вас же вот есть люди с высшим юридическим образованием, понимают, что после каждого действия есть определенная хронология принятия решений по ним. Я, конечно, вас приму, проблем нет. И мы, конечно, поговорим максимально откровенно. Но вы понимаете, что отменить принятое решение той или иной комиссии, время ушло. Но исправить, чтобы на будущее этих нарушений не было, да, мы сможем. Приезжайте всегда на это время и поговорим. И откровенно выслушаю ваши позиции. Еще раз говорю, что у меня с Александром Николаевичем были доверительные отношения. Доверительные. Я много ему говорил, в том числе и о нарушениях, которые были, и как мы их рассматривали и так далее. Всякое было. Но мы расстались по-товарищески, он позвонил, и я сказал спасибо, ну, как бы так. Но есть судебное решение. Если оно не принято, то его сейчас, или принято, но не в вашу пользу, то его исправить уже практически невозможно, кроме касаться апелляции. Но подробный анализ того, что тех нарушений, которые были, абсолютно точно не вредит, а наоборот, он нужен. И Бэмби Сергеевич их выслушает, и я их выслушаю, и с Бату Сергеевичем поговорю, и расскажу ему, если он этого не видел или не знает. Наша работа выстроена на то, чтобы замечания, претензии, а тем более нарушений было как можно меньше. Но приезжайте, всегда. Я признателен вам, да? Николай Иванович, вы только... Телефон запишите, его знает вся Россия, 985-766-515. Николай Иванович, вы... Сообщите сюда в избирательную комиссию, да? Время, когда мне приехать к вам, чтобы... Я вам телефон продиктовал, его записали на это, выложили даже в интернет, хотя и персональные данные. Потому что очень трудно к вам дозвониться вообще. Я предъявлю претензию. Вы же их лично озвучили, персональные данные. Которые я не предполагал, что трансляется в интернет. То есть вы мне обещаете принять меня, да, на личном приеме? Слушай, вы меня плохо знаете. Нет. Если я сказал приму, значит приму. Все, сказал же. Предварительно созвониться? Ну, сказал же примет. Ну, что вы? У вас заседание идет. Заседание комиссии идет. Что вы там свой личный вопрос решаете какие-то? Давайте это... Личный вопрос. Да. Это проблема республики. Да. Уважаемые коллеги, еще раз говорю, мы не на пресс-конференции членов ЦИК. Давайте вопросы, есть желающие вопросы задать? Вот рука моя. Я еще ни одного вопроса задал. Задавать вопросы. Да. Дмитрий Сергеевич, можно вы присаживайтесь? Давайте сидя, что мы здесь? Еще раз, с уважением, давайте. Ладно, хорошо. Уважаемые коллеги, Дмитрий Сергеевич, я вас задаю вам вопрос. Первый будет звучать следующим образом. Я опять же подтверждаю, что мы с вами лично не были знакомы никогда. Вы этого не отрицаете, правильно, да? Я вас не видел никогда. Может быть, мы где-то, я вас в газете видел или там по телевизору. И также, может быть, и вы где-то меня. Поэтому
И так, я думаю, большинство. Поэтому, когда пошла информация о том, что ЦИК России предложил, в Калмыкии пошла информация уже по сетям, по СМИ, что ЦИК России предложил вашу кандидатуру на должность председателя республиканского избиркома, значит, сразу пошло обсуждение. Значит, в соцсетях, и вы это знаете наверняка, потому что мы читали ваши, как бы, обмен с комментариями. Значит, в одной из самых крупнейших калмыцких пабликов в сети Facebook, в калмыцком сегменте, с многотысячной аудиторией, значит, был размещен пост известного блогера, вот, он открыто об этом говорит, Санал Молотков. То есть он подписался, значит, и выложил его все на всеобщее обозрение. На всеобщее обсуждение. Вопрос вытекает, я подхожу. Да, значит, там была информация о том, бытность вашей работы в Республике Бурятия. Поэтому у меня вопрос первый. И там вы знаете очень много комментариев. Пожалуйста, вопрос. Это информация, которая является общественно значимой, поэтому я хочу на ней услышать ответ от нее. Ответ мы услышим. Да, не надо подгонять. Конкретно. Не надо подгонять никого. Задавайте, Ирина Петрович. Поэтому, Бен Сергеевич, скажите, пожалуйста, там пошла информация, что в бытность работы в городе Улан-Удэ, вы как бы так участвовали или попадали, как правильно выразиться, там, в неприятную историю, криминальную, скажем, то, что там даже указывается на то, что, я просто спрашиваю пока, то есть на то, что вы, значит, проходили, не знаю, в каком качестве, там, свидетели, кого там, ну, написано фигурантом по уголовному делу, по, значит, там, как нам написано, хищению бюджетных средств, вот, с объектов, на строительство там, каких-то социальных объектов, ну, примерно так, я сейчас не понял буквально. И, собственно говоря, эта информация до сих пор, как бы, она есть. И, собственно говоря, самое, что удивительное, говорят, что эта информация есть в этом, ну, базе. Где именно? Ну, вот база какая-то, медицинская. Вопрос, пожалуйста. Вопрос следующим образом звучит. О чем идет речь и соответствует ли, или в какой степени соответствует, и почему эта информация постоянно гуляет, и она где-то возникает со стороны правоохранительных органов. Именно правоохранительных органов. Было дело или нет? Да, нет. Дела не было. Этого достаточно. Это раз. Второе. Объясняться не надо. Я лично... Нет, почему? Вы не можете комментировать. Я задал вопрос. Евгений Антонович, Батл Владимирович, я его сформулировал. Да, нет. А вы указываете, как отвечать. Ну что это такое? Мне надо подсказывать. Он взрослый человек. Он будет наш коллега. Можете сесть рядом, он лично вам все расскажет. Сейчас процесс идет назначение, обсуждение, как регламент требует. Поэтому не надо нам... Давайте вопрос-ответ. Ну что такое третьи вмешиваются? Ну задали вопрос. Я имею право замечания делать по работе комиссии. Вы знаете, я позвонил специально Саналу Молоткову, хотел с ним встретиться, чтобы узнать, почему он так пишет на всю республику такую глупость и бред. Он мне обещал позвонить, так и не перезвонил. Вчера ему звонил. Потому что это клевета. Вы знаете, любого человека... Если клевета скажите ответить. Нет, значит нет. Все. Нет. Не комментируйте. Следующий вопрос. Да, у меня есть вопросы. Значит, там же... потом, там переписка достаточно длительная, и вы, только там какие-то люди комментируют, и вы им звоните, дай свой телефон, я с вами встречусь, мы поговорим один на один. Потому что вы можете это комментировать? Я прямой человек. Так. Вы знаете, когда люди пишут... В интернете, извините, когда в интернете пишут гадости, опять и все молчат про это, я человек прямой. И вот почему я вам показываю, что я всегда готов к разговору и общению. Когда человек обманывает, врет, я это не люблю. Как и вы, потому что я вас знаю. Спасибо. Вы тоже как человек очень понимает, как и я. Дальше еще вопрос. Любите правду. Еще вопрос. И открытость. Я люблю открытость, поэтому еще я всегда вопросы, все говорю. Потом из того же поста. Там написано, что, по-моему, 3 ноября 2015 года в газете «Республика Бурятия» было, значит, сообщение о том, официальная статья, что советник мэра Москвы Бембя Чужаев оскорбил журналистку, блогершу, телеведущую Евгению Балтатарову.
и сравнил ее с одним домашним животным, не самым таким красивым, скажем так. То есть, и после этого написано куча комментариев, и, собственно говоря, вы, ну, как бы так оно соответствует действительности. У меня вопрос, имел ли этот факт место быть, и как вы относитесь к тому, что мужчина, тем более чиновник, публично, прилюдно на всю республику оскорбляет женщину? Известную женщину. Вы знаете, вот нет, сейчас, нет, просто вот, спрашиваю, нет, такой факт имел место быть или нет? Не надо мне это рассказывать. Нет, вы знаете, я так понимаю, вы жертва то, что пишут. Подождите, это социально значимые вещи. На заборе тоже что-то пишут. Нет, я вас спрашиваю, это имеет место быть или нет? Нет, такого не было. А все, почему вы нападали на клинику на них? Это уже я не хочу женщина спорить и ругаться. Хорошо, зачем? Следующий вопрос. Там это последний вопрос. Что... Подожди, не надо. Честно говоря, наше обсуждение теряет конструктивизм. По регламенту нет ограничений. Это просто объявим перерыв и продолжим. По регламенту нет ограничений. И будет время, возможность. Он член нашей коллеги. Один на станции, пожалуйста, то, что в социальных сетях комментируется, пожалуйста, ради бога обсуждайте. Извините, я... Это социально значимо. Вопрос. Ваш вопрос. Вы обязаны выяснить, правда это или нет. Последний не можно. Нельзя так говорить. Не надо отвечать. А есть ответственность за воспрепятствование деятельности члена комиссии с правом решающего голоса? Правда, чтобы в кафе там пьяный, там, как напишешь, вы там это все оскорбляли ее там потом же следующий день, а? Нет, ну, не слышали там. Такого не было. Почему на клиенту не подали на нее? Она в газете написала про вас на республику. Вы знаете, я чиновник. Вы чиновник, вы же мэр же, за мэр с этих мэр. Ну почему вы не набирали на клиенту на нее? А не опускаться до этого уровня? Вот сами мне скажите, вот вы человек достойный. А вы подойдите на это тогда вот. Блин, ну просто мне удивительно, вы говорите, а я ладно, ну вы оскорбили, получается. Она говорит, вы мне, так, там же ваш пост опубликовали оскорбительно, где вы с Хрюшкой сравнили-то. Ваш пост опубликовали с Хрюшкой, подождите. Пост опубликовали, где с Хрюшкой сравнили вы ее, за вашей подписью. А вы говорите, что такого факта не было, как? Подождите, я задаю вопрос. Вы вопрос задали, я задаю этого вопрос. Не было, мы услышали ответ. Так я говорю, а был ли пост сам... такой? Сергей, у вас есть секунду, вопрос? Секунду. Есть, нет, конечно. Только после меня. Не узурпируйте право, вы узурпируете с права ведущего. Дело в том, что я буду нет. ограничивать вас, честно говоря, она, я еще раз говорю, она праздно... На каком основании? Да, праздно любит сам вопрос. Это не право. Он же имеет право отклонить вопрос. Ну, Батыр Владимирович, ну что вы? В социальных сетях то, что обсуждали. Секунду, пусть отклоняет и все. Человек говорит, что был, но я не подавал. Все, еще раз, последний вопрос и все. Не надо, ограничивать не надо. Буду ставить вопрос на голосование, что проходи обсуждение, честно говоря. Нет. А нет такой возможности, такой возможности нет. Теперь следующий вопрос. Теперь следующий вопрос. Пропускание грязного билета называется. Скажите, вы нарушаете? Подождите, мы обсуждаем. Вы ограничиваете мои права. Я задаю вопрос. Мы можем ограничить даже проведение голосования. Вот и все. Секунду. Еще раз вопрос задавайте. Ну тогда давайте проголосуем и отменим регламент избирательной комиссии. Тише. Евгений тоже, давайте. Задавайте вопрос. Бембесики, скажите, вы нарушали федеральное законодательство в прошлом году, да или нет? Нет. Все, следующий вопрос. Да, тогда я поясняю. Не надо никаких пояснений. Ну, это выступление, да? Давайте вопросы закончим, потом выступление, да? Секунду. Вопрос у меня есть. Я вас спрашиваю. Сейчас вопрос ставить, прекращать обсуждение. Мы должны выразить свое мнение. Это обсуждение, это значит выражение своего мнения. Давайте так договоримся. Он член нашей комиссии. Даже в случае сегодняшнего избрания у нас стоит член комиссии. Вы можете с ним остаться. Все вопросы, которые вас интересуют, вы можете с ним обсудить. У нас впереди голосование. То же самое Оксана Сергеевна тоже вас касается. Прекращайте вы упрощать ситуацию. Прекращайте. Да. Одни говорят, мы представили, голосуйте. Вы говорите, хватит всем задать вопрос. Да. Хватит. Теперь у меня вопрос. Продолжение. Я продолжу того. Последний вопрос, еще раз вам говорю. Последний вопрос. Сергей Антонович. И буду ставить вопрос на голосование, прекращая обсуждение. Слушайте, да, Бенсик Сергеевич, подтверждаете ли вы информацию, что вы говорите, что не нарушали федеральный закон, да? Нет. Да. Я вот хочу сказать одну вещь, что есть такой федеральный... Можно к порядку привести? Нет, я считаю... Хорошо, отводим вопрос. Секунду, вы напряглись. Нет. Секунду, записывайте, пожалуйста. Значит, есть федеральный закон
общий, тот, который вы не смогли назвать, но это базовый закон на работы всех избирательных комиссий об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Это то, о чем спрашивал наш коллега Владимир Андреевич. Значит, статья 20 о том, что деятельность комиссии, она независима от органов государственной власти и органов местного самоуправления. У меня вопрос к вам. На каком основании вы в прошлом году приглашали представителей партии, оказывали давление с тем, чтобы и выходили на Москву, на руководителей, чтобы убрать меня из избирательной комиссии? То есть вы не имеете отношения к избирательной комиссии. Это документальный факт, то, что вы приглашали Александра Болдырева, который сказал, что вот Бембя чужая пригласила, как надо убрать, значит, давайте думать, как убрать Бадмаева Евгения Анатольевича. Я член избиркома, я ничего не нарушал, я активный, я законопослушный, я самый, будем говорить так, инициативный, который, то есть я достаточно... Ваш вопрос. Вопрос там, почему вы позволили себе такие действия в отношении меня? Вы уверены? Я уверен. Был такой факт, Бибя Сергеевич? Нет, вот такого не было. Как не было? Вы приглашали, вы разговаривали с Богом, сказали, как убрать. По поручению... Вы ему сказали, мы звонили в Москву. Вам начальнику. Параллельно? Если нет вопросов, говорите нет. Вы прекратите тогда, потом я буду задавать. Вы что сделаете? Что за базар устраиваете? Вы наговариваете на человека вот сейчас. На кого? Не знаю меня. Виктор Сергеевич. Я вас спрашиваю, был такой факт или нет? Я говорю, не было такого. То есть вы говорите, что вы с Богом не общались в отношении моей кандидатуры, чтобы убрать меня из избирательной комиссии. Я правильно понимаю? Я недавно только узнал, что вы член избиркома. Виктор Сергеевич. Еще раз говорю, я председатель, прекращаю прения. Что за лесобочка у вас получилось? Вы действуете. Коллеги, уважаемые, честно говоря, наш оптимизм растворяется. Беспешная попытка. Мое такое предложение. Все, давайте я вопрос. Прекращать обсуждение. Нет, вы не можете мое право ограничивать. Батыр Владимирович. Батыр Владимирович, я оказала уважение. Я выслушала Анкудаева. Я выслушала Бадмаева. Наталью Доржиевну. Я хочу задать вопрос. Хорошо, предоставим это самое. Я не могу просто сидеть, да. Когда Бембя Сергеевич встает, тоже встану. Общее осуждение. Бембя Сергеевич, я когда сюда пришла в избирательную комиссию, Александр Николаевич Дикалов мне сказал, мы будем работать конструктивно, мы пожали друг другу руки, образно. Вот я хочу, чтобы работа была конструктивная, а конструктивизм, он заключается в том числе и в том, чтобы было равное отношение ко всем членам избирательной комиссии. Равное, потому что у нас равные права. Да, мы иногда на эмоции срываемся. В этом нет ничего страшного, я думаю, что мы все люди. Потому что мы видим какую-то несправедливость и начинают эмоции взыгрывать в определенный момент. Но я считаю, что председатель избирательной комиссии должен же корректировать это, при этом не ставя одних выше других. Вы делаете замечание мне, что я там влезаю как будто бы, но в то же время люди за спиной влезают, вы им замечания не делаете. Ну что это такое? И я должна молчать в этот момент? Это вопрос левый или... Это маленькая ремарка. Прошу, теперь вопрос. Бембя Сергеевич, это было вступление к моему вопросу. Вот скажите мне, пожалуйста, здесь, да, на этом заседании, на котором мы будем вас избирать по предложению ЦИК на должность председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия, вы готовы к налаживанию здорового климата в избирательной комиссии Республики Калмыкия, к конструктивной работе, и самое главное, к обеспечиванию равных возможностей, равных прав для всех членов избирательной комиссии? Да, конечно, Константин. Это в первую очередь, потому что когда я был на собеседовании в Москве, самое главное, что подчеркивали, то, что мы должны работать как одна команда. Для меня, на самом деле, я, честно говоря, удивлен, вы, не зная меня, так напали на меня. Ну, это не ответ по существу. Я ваш ответ услышала. Спасибо вам большое за ответ. Теперь вопрос у меня второй. Да, у меня вопрос второй. По поводу основных
принципов. У нас вот по законодательству и по регламенту избирательной комиссии Республики Калмыкия осуществляет руководство и координацию деятельности избирательной комиссии субъекта председатель избирательной комиссии Республики Калмыкия. Вот какими основными принципами вы будете руководствоваться в осуществлении своих полномочий? Честность и законность. Легитимность. Ну, открытость будет? Да, конечно, потому что я думаю, что вижу ваш порыв, как вы сейчас здесь заседаете. Я думаю, что мы с вами будем постоянно работать. Можете приходить ко мне постоянно, мы будем с вами общаться, ездить. И еще третий вопрос. Спасибо за ответ. И третий вопрос, я не буду долго задерживать. Будет ли в случае вашего избрания на должность председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия, будет ли с вами инициирован или поддержана будет ли инициатива иных членов избирательной комиссии по возможности принятия на постоянную штатную работу в аппарат избирательной комиссии Республики Калмыкия иных членов избирательной комиссии Республики Калмыкия, не осуществляющих на данный момент такие полномочия? Ну, это к вопросу о равности, да? Вы знаете, я сейчас не могу вам ответить по этому вопросу. Я же сказала, возможность будет рассматриваться? Давайте мы, конечно, давайте. Я человек открыт, финансы позволят. Оксана Сергеевна. Угу. Все, в принципе. И я хочу, вот вы сказали, как бы подытоживая свои вопросы, вы, я понимаю, образно говорите, вы на меня напали и все такое. И даже мне вот Николай Иванович сделал замечание, да, задав мне вопрос. Но я из принципа просто не отвечаю на вопросы, да, в отношении меня. Ради, только лишь потому, что считаю это несправедливым, потому что я на сегодняшнем заседании не задала вам ни один вопрос. Ни по вашей личности, ни по вашей биографии, ни по вашему опыту работы. И никакой вопрос, который бы был бы как-то охарактеризован как экзаменационный. Потому что я согласна с Николаем Ивановичем, мы все не можем все знать. И думаю, что это мне в упрек ставить ну, как-то некорректно. Да? Экзамен я вам не собиралась устраивать. Я ничего не говорил. Ваши ответы на мои вопросы меня, в принципе, удовлетворили. Ведется протокол, видеозапись. Да. И я думаю, что мы можем в любой момент к этому вернуться. Да? Все, спасибо. Батор Владимирович, мнение сказал. Подождите, секунду. Наталья Дмитриевна. Батор Владимирович, вы дали Наталья мнение Дмитриевна. Выразить Наталья. Геннадию Ильичу, вы дали Наталье Дрожжиной. Вы должны мне мнение дать выразить. Не вопрос, а мнение. Наталья Дмитриевна. Вы обязаны дать. Наталья Дмитриевна. Потом мне, да. У меня предложение прекратить прения по этому вопросу. Приступить к избранию председателя избирательной комиссии. Почему вы дали им возможность... Секунду, нет. Почему вы даете одним... постулировать уже выводы, а нам только дадите вопрос. Хорошо, у вас еще будет. У меня мнение. Хорошо, такое давай. Же, как Геннадий Ильича. Только можно кратко. Все. Только кратко. Уважаемые коллеги, ну, собственно говоря, сегодняшнее заседание, конечно, оно очень важное и для, вот, и для нас, и для, я думаю, избирателей республики в плане там, как государственного строительства. Вот, то, что, ну, если честно, вот мы сегодня... пообщались, значит, с уважаемой Центральной избирательной комиссией, с Николаем Ивановичем, с коллегами. Вот. Мы сегодня, значит, увидели, задали вопросы кандидату нашему, Бембе Сергеевичу. Но я честно могу сказать, что я, значит, в отличие от тех комплиментарных мнений, которые получали, я все-таки отношусь критически, потому что ни в профессиональном плане, ни в моральном плане, потому что когда я задаю вопросы, вы говорите, и когда вы мне последний вопрос, меня просто убили, что вы этим не занимаетесь. Когда вы этим занимались, вы занимались тем, чтобы убрать Бабаева избирательной комиссии, это вы этим занимаетесь лично, и вы меня в глаза это говорите, поэтому я, исходя из этого, а также исходя из тех непонятных или таких двойственных ответов, и того давления, которое испытывали члены коллегии перед этим голосованием, я не говорю даже вот именно тех, стены имеют уши, поэтому и то, что это испытывало, и пряники включались, и, значит, и угрозы включались, и почему присутствую сегодня просто молча, значит, в руководстве администрации,
если ничего не говорить, то, в принципе, какой смысл? Только из-за того, чем действительно, чтобы оказывать человеческое давление. Смотреть и наблюдать. Правильно же, да? А? Только из-за этого, если вы мочище-то участвовали. Поэтому уважаемые коллеги, я все-таки хочу выразить свое мнение, что ни по профессиональным, ни по иным качествам, я считаю, что Бембя Викторович Бембя Сергеевич, я прошу прощения, Бембя Сергеевич не готов сегодня возглавить избирательную комиссию, потому что его, значит, сам подход и само то давление, которое вплоть до, ну извините меня, когда выходят на родственников даже, и извините, там где-то там детьми, я не буду уже конкретно говорить, но это уже хватит, уже надоело это уже все это, поэтому кому-то, конечно, покупают билеты из Москвы в Элисту и обратно, тоже это можно понять, это тоже форма, значит, там, будем говорить так. Поэтому, уважаемые друзья, я хочу сказать, что я не буду дожидаться тайного голосования. Вот. Я скажу свое мнение открыто. Я обоснованно считаю, что та информация, те факты, которые были, и ваши ответы такие, и ваша подготовка, и некий бэкграунд такой, и я честно скажу, отсутствие профессионального опыта, Бембя Сергеевич, вы не обижаетесь, конечно, но я просто вижу, что... Я вас уважаю, ваше мнение. Да, поэтому я считаю, как член избирательной комиссии Калмыкии, я считаю, что вы не готовы занять эту должность. То, что вас как бы так воле судьбы там, значит, вот, представили, то, что вот представили, из Калмыкии представили в ЦИК России, значит, нам тоже представил, конечно, со своими аргументами, но вот мы считаем, мы живем здесь просто, мы видим все, мы знаем все взаимоотношения, мы знаем все давление, мы знаем все то, что будет и то, что было. Поэтому у меня никаких иллюзий особых нету. Поэтому, коллеги, я буду голосовать против и призываю всех, кто имеет как бы глубокое понимание, все-таки при всем, даже к Бембе Сергеевичу, я считаю, что я буду голосовать против и прошу даже тех, кто сомневается, ну, хотя бы проголосуйте, как говорится, воздержитесь. Воздержитесь просто, там, поставьте там, как вы хотите, там, все. Но мы опять наступаем на одни и те же грабли. Мнение понятно, мы одни, она имеет поэтому место. Поэтому я прошу поддерживать эту кандидатуру. А, все ясно. Имеет место быть, и, честно говоря, уважение вызывает, что вы открыто это все. Да. Все. Спасибо. Я настаиваю на своем предложении прекратить прения по этому вопросу, обсуждение и приступить к работе. Прошу поставить вопрос на голосование о том, чтобы прекратить прения по обсуждению по данной кандидатуре и приступить к рассмотрению повестки дня. Хорошо. А уже нету вопросов, следующий. Зачем голосовать? Да. Никто не против? Предложение такое, прекратить обсуждение и приступить к дальнейшей работе по повестке дня. Приступить к рассмотрению второго вопроса. Кто за это? Прошу голосовать. Кто за? Какого вопроса? По вопросу прекратить обсуждение и приступить к работе по повестке дня. Кто за? Еще раз. Против? Воздержался? Один воздержался, одна воздержалась, вернее, остальные за. Решение принято. Значит, приступаем к рассмотрению второго вопроса повестки дня. Об утверждении формы текста бюллетеней для тайного голосования на выборах председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия. В связи с представлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации вносим кандидатуру Чужая Бембе Сергеевича, члена избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за? А разве счетная комиссия не должна перед этим поработать? По регламенту потом еще разрешение. Сначала вопрос о том, чтобы внести в бюллетень, а потом уже в форме. А, внести в бюллетень. Все, а то я же не поняла, так долго говорить. Кто за? Против? А нет, подождите, давайте заново, я ошиблась. Кто за? Еще раз. Против? Воздержался? Один воздержался, 10 за. Решение принято. Дальше. Предлагаем теперь счетной комиссии подготовить форму текст бюллетеня для тайного голосования по выборам председателя. То есть нести текст бюллетеня фамилию Чужая Бембе Сергеевича. Для этого объявляется фактически первый. Протокол, счетная комиссия, значит, провела свою работу, раздали бюллетени из 11 присутствующих на
заседании проголосовали все 11 человек, 11 бюллетеней получили. И поэтому мы по этому поводу составили протокол номер 2. Счетная комиссия о результатах голосования по избранию председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия. Протокол составлен 3 марта 2021 года в 16:35. Избрано членов счетной комиссии 3 человека. Присутствовали члены комиссии Манжиева, Санжиева и Санджинова и Шоунова. Повестка дня. О результатах тайного голосования по избранию председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия. Значит, слушали о результатах тайного голосования по избранию председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия. Мы установили, что бюллетень для тайного голосования по избранию председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия внесена кандидатура члена избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса Чужаева Бембя Сергеевича. Для проведения тайного голосования по избранию председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия было изготовлено 16 бюллетеней. Из них число выданных бюллетеней 11, число погашенных бюллетеней 5. При вскрытии ящика обнаружено 11 бюллетеней, в том числе действительных бюллетеней 11. Число недействительных бюллетеней 0. Результаты тайного голосования по избранию председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия, значит, Чужаева Бембя Сергеевича, за проголосовали 7 человек и против 4. Таким образом, решили по результатам тайного голосования по избранию председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия считать избранным на должность председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия члена избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса Чужаева Илья Сергеевича, за которого подано 7 голосов членов избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса. Направить протокол номер 2 счетной комиссии для утверждения в избирательной комиссии Республики Калмыкия. Все 3 члена счетной комиссии подписали данный протокол. К нему прилагается список членов комиссии, избирательной комиссии, которые получали сегодня бюллетени для тайного голосования. К тому же мы передаем в избирательную комиссию, значит, конверт с погашенными бюллетенями и здесь бюллетени с результатами голосования. Еще не скреплены? Да, за это мы уже все сделали. Мы скрепили подписями эти конверты и проставили печати. Подписали и проставили печати. Спасибо за работу. Членам счетной комиссии нашей. Все соединяются. Кто желает, можете ознакомиться с этим протоколом. Таким образом, голосование у нас завершено, и необходимо нам утвердить данный протокол счетной комиссии за номером 2 от 3 марта сего года о результатах голосования по выборам председателя избирательной комиссии нашей республики. Ставлю вопрос на голосование. Кто за? Против? Воздержавшихся? Принято единогласно. Все 11 проголосовали за. Таким образом, протокол счетной комиссии утвержден. Теперь нам необходимо принять постановление об избрании председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия. Проект постановления имеется, естественно, туда будет вписана наш коллега Чужаев Бембя Сергеевич. Кто за то, что замечание предложения имеется по проекту постановления? Принять цену. Соответственно, вписав фамилия, имя, отчество Чужаев Бембя Сергеевича, да? Возражение есть по замечанию? Нет. Все, тогда ставлю вопрос на голосование. Кто за данный предложенный проект постановления? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Владимир Андреевич, вы? За. За, да? Он за голосовал. Тогда получается у нас 9 за и 2 воздержался. Таким образом, решение принято. Ну что же, Бембя Сергеевич? От имени избирательной комиссии поздравляю вас с назначением на должность председателя избирательной комиссии. Желаю вам плодотворной, эффективной работы.
И прошу сейчас в данный момент приступить к исполнению обязанностей и занять место. У меня по регламенту особое мнение. Прошу слова. Ну, хорошо, хорошо. После голосования я имею право на особое мнение, да? Сидя, позвольте мне, да? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Сергеевич. Конечно. Так, уважаемые коллеги, с позволения исполняющего обязанности председателя избирательной комиссии, выражаю свое особое мнение как члена избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса. Особое мнение о решении избирательной комиссии Республики Калмыкия от 3 марта 2021 года об избрании председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия. Я буду кратка, потому что в письменной форме особое мнение я попрошу в соответствии с законом и регламентом приобщить к протоколу сегодняшнего заседания и опубликовать, если решение будет также опубликовываться в обязательном порядке. Сегодня у нас состоялось заседание избиркома, было принято решение, сейчас озвученное, об избрании председателем избирательной комиссии Республики Калмыкия Чужаева Бимби Сергеевича. В силу положений федерального законодательства, законодательства Республики Калмыкия, регламента избирательной комиссии Республики Калмыкия, член избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса вправе выразить свое особое мнение, изложить его в письменной форме, приобщить к протоколу. Этим правом я сейчас и воспользовалась. Я не согласна с решением избирательной комиссии Республики Калмыкия об избрании председателем избиркома Республики Калмыкия Чужаева Бимби Сергеевича. Для начала я хочу отметить, что в определенной части мое несогласие стало формироваться в самом начале этой процедуры, а именно вчера, когда мы получили в общем чате в социальной сети WhatsApp уведомление о дате и времени заседания избирательной комиссии Республики Калмыкия по данному вопросу. Как и все члены избирательной комиссии, получила я это уведомление вчера, приблизительно в обеденное время. Время заседания комиссии было сообщено во второй половине дня. В этот общий чат были выложены материалы. Отмечаю, что в нарушение требований федерального законодательства, законодательства Республики Калмыкия и регламента материалы были выложены в форме пустографок, так называемых, лишь повестка дня и проекты постановлений. Не было приложения, в том числе указанное к самим проектам, и не было приложений в части даже сообщения членам избирательной комиссии кандидатуры, которую представила ЦИК России. То есть членов избирательной комиссии уведомили о дате и времени заседания комиссии, но не сообщили нам кандидатуру, которую представили для голосования и для нашего волеизъявления. Лишь после того, как я потребовала представить мне хотя бы материалы по кандидатуре, в частности, фамилию, имя, отчество, только лишь тогда, через определенное время, была выложена выписка из протокола ЦИК России. Больше никаких материалов не было представлено. Была проигнорирована моя просьба, ну, просьба-требование о направлении мне материалов на электронную почту, адрес которой я также указала в этом чате. Далее. Согласно статье 31 регламента избирательной комиссии, члены комиссии, как нам всем известно, я думаю, и исполняющими обязанности председателя и секретарю комиссии, извещаются не позднее, чем за 3 дня до дня заседания комиссии. В исключительных случаях не позднее, чем за 2 часа. Исключительности случая в данной ситуации не было, и не было его объяснено. Как нам стало известно, ЦИК России приняла решение еще 24 февраля этого года. В чем была загвоздка нас уведомить надлежащим образом и представить материалы? Почему мы должны только лишь на заседании сегодня думать, какие нам вопросы задать кандидату? То есть вы нас лишили возможности получить какую-либо информацию, сформировать те или иные вопросы. И потом вы сами вменяете нам, что мы, оказывается, неадекватно реагируем. Далее. Чужаев Бимби Сергеевич был назначен членом избиркома Республики Калмыкия с правом решающего голоса 15 февраля 2021 года. Я думаю, что это один из главных моментов. Почему? Мне непонятно, я думаю, как и другим членам комиссии, в чем заключается особенность Чужаева Бимби Сергеевича и почему было отдано ему предпочтение
относительно остальных 11 членов избирательной комиссии Республики Калмыкия, среди которых имеются более опытные, более по продолжительности нахождения в составе комиссии весомее. Даже я бы была бы более снисходительна к кандидатуре заместителя председателя Эрднеева Батрия Владимировича, учитывая то, что он уже почти 2 года, по-моему, находится на этой должности и имеет стаж работы по юридической деятельности. А юридическое образование все-таки нужно, несмотря на то, что требования закона это не прописывают. У нас есть, кстати, и кандидатура Федорченко Натальи Дмитриевны, которая вообще, по-моему, ну, боюсь ошибиться, там 3 срока точно находится в этой должности. И, по моему мнению, выполняет всю основную работу, но мы это и видели на заседании сегодняшнем, и не только на сегодняшнем. Я считаю кандидатуру Чужаева Бимби Сергеевича не соответствующей должности председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия. Он является не только новым членом комиссии, но и не имеет достаточного опыта работы в избирательных комиссиях, а также опыта участия в избирательных кампаниях. Немаловажным считаю обстоятельства определения должности председателя избирательной комиссии субъекта, то есть Республики Калмыкия, так как эта должность, мы все знаем, является еще и государственной должностью Республики Калмыкия. В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона об избирательных правах граждан, не буду полностью зачитывать его название, избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, осуществляют подготовку, проведение выборов, референдумов Российской Федерации. Полномочия очень обширные, они предусмотрены и федеральным законодательством, и законом Республики Калмыкия об избирательных комиссиях Республики Калмыкия. И полагаю, что так как эти вопросы носят не только правовой характер, но и есть обширный круг финансовых вопросов, а статья 14 регламента избирательной комиссии Республики Калмыкия предоставляет еще более специфические полномочия председателю избирательной комиссии, полагаю, что для осуществления надлежащего осуществления руководства избирательной комиссии Республики Калмыкия председатель избирательной комиссии должен обладать определенным уровнем компетенции, который, к сожалению, Чужаеву Бимби Сергеевичу не свойствен. Статья 28 Федерального закона предусматривает процедуру избрания председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия в форме тайного голосования. У нас 12 членов в составе избирательной комиссии, но с учетом непростой политической обстановки, а это всем известно, и конъюнктурной обстановки, о чем свидетельствует присутствие на данном заседании руководителя администрации главы Республики Калмыкия Берикова, а также учитывая занятость 5 членов избирательной комиссии Республики Калмыкия, сейчас я имею в виду то, что они на постоянной штатной основе работают в аппарате избирательной комиссии, результат тайного голосования для меня был вполне ожидаем и предсказуем. Мы результаты эти видим. И такой вывод позволяет мне сделать и сама суть предложенной кандидатуры. В рассматриваемой ситуации я вижу, что председатель избирательной комиссии, нашей избирательной комиссии, обладает, был наделен почему-то какими-то преимуществами относительно иных членов комиссии. Исходя из этого, я не усматриваю объективные возможности надеяться на соблюдение принципа свободных выборов, который закреплен в статье 3 протокола номер 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Свободные выборы возможны только в условиях беспристрастности, а беспристрастность в том числе у нас начинается и с осуществления процедуры беспристрастной избрания на должность председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия, потому что эта беспристрастность должна быть и при формировании избирательных комиссий, и при определении кандидатуры на должность ее председателя. Потому что, как нам всем известно, избирательные комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Калмыкия, являются единственными органами, государственными органами, которые наделены государством полномочиями по подготовке и проведению выборов. И выборы у нас должны быть свободные, беспристрастные, честные. Соответственно, и комиссии должны быть такими, и процедура по избранию председателя избирательной комиссии тоже должна быть
такой же. Однако фактически ситуация у нас обстоит иначе, это мы сегодня увидели. Для меня лично, я думаю, как и для некоторых других, отсутствуют факторы, объясняющие привилегированность положения Чужаева при определении его кандидатуры, а также объективность его избрания на должность председателя комиссии. В данном случае исключить латентное вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны органов и должностных лиц исполнительной власти невозможно. Довожу до сведения членов комиссии настоящее особое мнение, прилагаю его к решению избирательной комиссии 3 марта 2021 года об избрании председателя избирательной комиссии Республики Калмыкия и прошу особое мнение отразить в протоколе комиссии, а также в случае его опубликования в соответствии с федеральным законом особое мнение опубликовать вместе с этим решением. Член избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса Санджинова Оксана Сергеевна. Вот, передаю особое мнение. После заседания его также вручу под расписку секретарю. Прошу вот через секретаря, да, особое мнение. Я озвучила, что я полагаю необходимым с ним сделать. Все, спасибо за внимание.